чё, ты к подкасту-то приготовился? Да чё там эти подкасты, их всё повторяется одно и то же уже. Надо образовательные ролики нормальные записывать. Подожди, ты тему приготовил к подкасту? А? Не будем его записывать, всё надоело одно и то же каждую неделю. Вот ты приезжаешь, мы пишем, записываем, чай пьём. Вот подкасты сейчас, это тема, вот их хавают, реально, вот я тебе говорю, вот дневник хача, значит, подкасты и Саша Спилберг. Да не, ну там с матами, это не наш формат, а наша интеллигентная публика. Значит так, записывай, первое, значит, тему Бабича возьми, самую свежую, понял? Значит, сделаем где-нибудь, чтобы бомбануло у всех. Понял? Чтобы бомбануло. Потом обязательно. Знаешь что? Смарт-тейп, обязательно. Значит, значит, там про слушателей где-то надо не забыть, потому что у меня зять слушатель. Понял? Про слушателей. Знаешь, что еще? Знаешь, что? Про Xiaomi надо что-нибудь сказать. Xiaomi. Знаешь, как пишется? Я тебе пока... Да, я напишу, блядь, тебе. А на твоем ноутбуке ничего не написать, значит так. И обязательно uwebdesign.ru/donate. Понял? Все, ща пойдем записывать. А куда ты бежишь? От подкаста-то не убежишь. У нас уже соточка. Давай записывать. Всем привет, с вами подкаст UWeb Design. Сегодня 22 октября 2016 года, выпуск номер, ladies and gentlemen, 100. Время без 20:11 по Челябинску. Всем привет. У нас, как обычно, для вас есть несколько громких тем. Почему веб стал нечитаемым? Научим вас создавать хорошие таблицы. Нельзя забывать про язык C. Погнали. Ски. Слушай, подожди. Хотелось это... прям вот на юбилейный выпуск сделать не три громкие темы, как обычно, а 100. Ну или 100, да. Я хотел как-то 4. 4? Не, 100 по полной. Но нет, этого тоже не случилось. У нас есть четвертая же тема, как обычно, сейчас вступительное слово наше. Да, она самая громкая, самая первая. И вообще, у нас тут, я не знаю, вот мы когда записываем этот подкаст, мы еще не знаем, удалось ли наше... Наш подарок для вас, вот этот вот. Да, вот если он удался, то напишите, как вам, во-первых, обязательно. И поставьте лайк обязательно, если вы все еще смотрите после этого. Да, если ты здесь впервые, подписывайся, вот это классическое. Да, если слушаете, тоже ставьте лайк на iTunes. Про слушателей мы, конечно же, не забываем. Да, ну и я опять хочу вам напомнить, всем, кто не знает, хотя наверняка все, кто постоянные-то пацаны, знают, что на uwebdesign.ru, если зайти, то в сайдбаре уже можно найти темку, в которой можете предлагать темки со своими темками, с темками. Для темок. Для темок. Для того, чтобы быть в темке. Вот, да, с интересными темками, которые вы вот нашли, желательно свежие, но можно и не свежие, но такие, чтобы в точку прям, по нашей теме. Предлагайте, и мы их, скорее всего, посмотрим в подкасте. А вы сегодня увидите, как мы, скорее всего, посмотрим, потому что в конце будет много интересных тем от слушателей. Да, у нас сегодня... Если бы вот мы взяли только наши темы, был бы прям блиц. Вот прям в духе старых подкастов годовалой давности, когда было 5 тем. Когда 20 минут было подкаста. Вот, да. Но теперь у нас есть темы слушателей, благодаря вам и зрителей. Да. И поэтому спасибо вам. И кроме этого, надо сказать, как обычно, что если у вас какие-то пожелания... Ну, кстати, слава богу, стали писать пожелания еще больше по доработке сайта. Не доработки, а типа... Пацаны, было бы прикольно добавить там вот это. И, например, из последнего нам предложили сделать после того, как выходит подкаст, в
посте с подкастом оставлять рейтинг. Обсуждение какой темы вам понравилось больше всего? Блин. И чтобы мы могли понимать фидбэк, по, во-первых, по тому, какая тема, какой тип тем больше нравится людям, во-вторых, как больше нравятся наши обсуждения. Блин, это круто. Вдруг нам надо подработать над обсуждением научпоповских тем? Ну, конечно, там всегда 0 из 10 будет в научпопе. Вы давайте там не расслабляйтесь, смотрите меня. Да, поэтому это вы делаете на uwebdesign.ru/contact или contact. И я там недавно добавил необязательное поле «Ваше имя», в котором вы можете написать, как вас зовут, чтобы в ответном письме мы не гадали на кофейной гуще вот это вот Eugene98@mail.ru. Вот чтобы мы не думали, что Юджин, наверное, Евгений, напишем Евгений, если что там, а вдруг это Евгения. О, опа. И все, поэтому да, не стесняйтесь, оставляйте свое имя. Хотя бы какой-нибудь псевдоним, чтобы хотя бы по нему можно было к вам обращаться, и это все было как-то удобоваримо. Ну просто ты, мне кажется, сильно запутал сейчас наших слушателей и зрителей. Я думаю, что проще всего сделать вот в этой теме с подкастом. Вот у нас есть тема с подкастом, которая появляется там во вторник, в среду, в четверг. Ну, допустим, там, вот когда вышел подкаст, мы запостили на uwebdesign.ru тему. Так. Не куда темы предлагать, а именно с подкастом. И ну, прям пишите там в комментариях, какая вам тема больше понравилась, на какую оценку. Ну да, хотя бы так, хотя бы такой интерактивчик сделаем, пока мы не накрутили. Хоть где-то пишите, мы везде найдем. Вы как бы не бойтесь. Кстати, два последних подкаста, именно посты на сайте, их комментируют. Угу. Предпоследний было 6 комментариев, последний уже 12. Я считаю, тут и 1000 недалеко. Да. Ну и для тех, кто, кого мы не прочитали, но вы предложили интересную тему, не расстраивайтесь. Возможно, эта тема кому-то помогла, потому что все читают сайт, смотрят. Да, возможно, нам просто шлея под хвост попала, и мы не захотели обсуждать эту тему, а она на самом деле отличная. На самом деле хороша. Ну все, можно переходить к дизайну, наконец-то. Начинаем сотый подкаст, соточку. Да, прям вот на соточку из 1000. К сожалению, у нас в этот раз темы по дизайну. Первая из них – перепродумываем строку адреса. Браузер от Оуэна Кэмпбелл Мура. Это ту самую строку, которая человекопонятный URL? Да, вот именно ее. Вот Оуэн нам говорит, что в принципе вот... Он противный какой-то. Он какой-то в натуре, да, не очень. Какой-то слишком улыбчивый, какой-то весь вылизанный. Мы таких тут не любим в нашем подкасте. Но он, между прочим, гуглер, компьютер-сайентист и джаваскриптер. Ну, то, что гуглер и джаваскриптер, это всегда... Это рядом. Согласен, стоит. Да. Джаваскриптеры, не гуглеры, это редкость нынче. Возможно, даже атавизм. Так, ну давай, какой? Так вот, PostGuide состоит из моих заметок по поводу того, что вот все браузерные производители нам показывают сверху вот эту поганую строку. И вот его это, ему это не нравится. Не все. Я сразу поспорю. Яндекс не показывает какой-то там браузер. Он там тебе говорит просто что-то, надпись какую-то делает. Вот ты я... вспомни, там не строка именно адреса .com. А нет, там просто хрен. Да, конечно. Даже у Safari поначалу сейчас, если не возвращать в настройках строку адреса, там просто название сайта. Тайтл, если угодно. Так, так, ну-ка. Но, кстати, ну да, и об этом здесь тоже будет, но я тебе больше скажу, у Яндекс браузера альфа, бета, гамма, у них снизу еще там строка, если помнишь. Ой, это вообще... Ну ладно, этого мы в сую упоминать не будем. Перекрестили его. Да. Почему же, говорит, мы показываем вообще, в принципе, URL на самом верху? Я, говорит, могу подумать только о трех причинах, как минимум. Три основных, кроме исторической причины, ну вот так уж повелось. Вот эту причину мы не учитываем. Первое. Пользователи должны понимать вообще, с кем они, где они находятся, с кем они разговаривают. Так. Ну просто, так сказать, посмотрел наверх, а, это ж я на Craigslist'е. Или это я на uwebdesign.ru/smartape/donate, неважно. На какой-то из этих страниц. Страниц. Так вот. Вторая причина. Чтобы пользователи могли понимать именно... Ну, грубо говоря, первое — это понимать домен второго уровня. А второе — это на какой они подстранице находятся. Что не просто на uwebdesign.ru, а на uwebdesign.ru/donate все-таки. Угу. И вроде как пользователи могут навигацию осуществлять, меняя ссылку. Прям там. То есть взяли, выделили донейт, стерли, написали смарт-тейп. Но это опытные пользователи. Да, да. Ну, он сейчас это и будет разматывать на самом-то деле. Это вторая причина, чтобы мы могли посмотреть, где мы на сайте, и модифицировать ссылку, чтобы перейти на другое место. И третье, чтобы пользователи могли расшарить ссылку. То есть выделить ее, скопировать и вставить там куда-нибудь в чатик Telegram, например. И вот давайте, говорит, прям вот в этом посте, в моем, в его... Пройдемся по всем трем причинам и вот решим, что говно это все. Первая причина.
Да, первая причина. Чтобы пользователи понимали, где они. Но, говорит, давайте попробуем просто вот так представить. Вот, говорит, вы можете навскидку сказать у Bank of America какой сайт? Ни хрена себе. Бофа говорит ком или bankofamerica.com или bankofamerica.bank, bank, если угодно. Мне кажется, они все ведут в одно. Ну, вполне возможно, но он просто говорит нам о том, что вы все равно не запоминаете. И поэтому, вдруг вы на фишинговом сайте или нет, вы не поймете вот по этой строке. Ну, он опять же, забегая вперед, он говорит, бывают же SSL-сертификаты, которые именно вот с этим зелененьким замочком, EV-certificates, так называемые, в которых имя компании написано. Ну а вдруг бывает так, что компания практически как с Билайном. Связь называется Билайн, а компания называется ООО «Вымпелком». Так. Или ПАО сейчас. Рога и копыта. Вот да. И оно как бы все равно будет нерепрезентативно. Поэтому вот то, что какой там домен, это еще вообще ни хрена типа не показать. Тем более, говорит, как большинство людей вообще ищут домен? Они в поисковике вписывают просто адрес и все. И просто тыкают на первый, абсолютно точно доверяя поисковику, что вот первый-то сайт точно не фишинговый. Ну потому что если на первых трех ссылках нет в Гугле, то значит, нигде во всем интернете нет, да, да, естественно. Это мы знаем из института, из учебы. Так вот, да и, собственно, из вопросов на Stack Overflow. Так вот, и непонятно, то есть все равно мы полагаемся на поисковик, и все равно мы в URL bar, в эту строку адреса вообще не смотрим, и как бы хрен бы мы на нее клали. Если нас хотят зафишить, то нас зафишат все равно. Не нас, а среднестатистических нас. Нас-то не зафишат никакую. Я не помню, рассказывал я в этом подкасте или нет историю про twitter.com, но думаю, что да. Да, это грустная история. И здесь топ-хайлайт этой статьи — это наша возможность понять, с кем мы разговариваем, она лежит в поисковых этих... поисковиках. Угу. Поисковых движках, я хотел сказать. Так вот, и даже если вы, говорит, заново потом заходите, вы никогда не пишете ссылку вручную, вы начинаете просто Bank of America вводить, и он вам из history по тайтлу подгружает, и вы опять же просто жмете Enter и переходите. И снова на фишинговом сайте. Да, и просто опять на фишинговом сайте, снова вводите пароль, там, коды из SMS и так далее. Короче говоря, не помогает вам это вообще. И, говорит, нужно сразу отскочить и понять, а кто же наши пользователи? И, говорит, в принципе, наши пользователи, наши, опять же, не именно наши, а вот лирических героев нас, веб-разработчиков, это, говорит, люди из развивающихся стран, для которых интернет начинается с кнопки Facebook или WhatsApp, которые только с телефонов заходят в интернет, и они вообще не знают, что такое ссылка, они не понимают, что такое HTTPS, www и так далее. Для них, говорит, уже вот были только что удобненькие, уютненькие приложения, иконочки на рабочем столе. А сейчас, и здесь вот на скрине ссылка, com.hangouts.google/shppt.conv.id и так далее, пошло, говорит, и сразу вот такая вот жесть. Вообще, с точки зрения UI и UX, полное говно, по мнению Оуэна. Особенно shppt. Shppt — это прям ни в какие ворота. Может, говорит, надо как-то лучше быть? И, ну, опять же, вот здесь про EV Certificates он поговорил. И надо же, говорит, просто показывать логотип и название, и все. Но, говорит, с другой стороны, его же тоже можно фейкануть. Конечно. И надо тогда, говорит, как-то интегрировать с поисковиками, чтобы он показывал логотип и тайтл, только если это первый запрос в поисковике. Ну, понятно, что умнее должно быть, но какой-нибудь, так скажем, проверенный. Он это называет Origin to Local Brand Mapping. Что, грубо говоря, если я авто из Челябинска, захожу ДНС, это не реклама, то мне показывает именно там отделение Челябинского ДНС. Если я захожу там, я не знаю, в МВидео, это тоже не реклама, то именно мой МВидео и только у моего МВидео этот логотипчик и заголовок. То есть вот как-то он так фантазирует. Ну это опять, это прям, это сильное обказуаливание интернета, так скажем. Хотя, может быть, это и неплохо. Всегда можно, вот как я здесь в Safari, будет включить настройку, показывать нормальные урлы и так далее. Потому что я-то, вот честно признаюсь, давай, Никита, прям по ходу наше мнение говорить. Ты меняешь иногда адрес? Стираешь что-нибудь? Конечно. А копируешь иногда, чтобы поделиться с друзьями? Я вообще, в принципе, использую эту строку.
Вот для меня тоже, для меня она является кое-чем основным. Кое-чем. Особенно на работе, например, когда мы к некоторым сервисам прям по айпишникам доступаемся. Там вообще без этой адресной строки никуда. Какие там логотипы с тайтлами? Ну да, очевидно, что этот чувак все-таки говорит про каких-то других людей, не про нас. Ну про, вот про индусов, которые только им iPhone по программе гуманитарных этих помощи поставили. Я боюсь, что индусы-то они тоже еще больше нас знают. Ну давай, опять же, не вот те индусы, а вот другие, которым только iPhone поставили. Окей, так. Вторая причина. Это говорит, чтобы мы понимали, на какой мы под странице находимся. Ну и здесь, опять же, 99% даже не понимают, что можно там что-то модифицировать строку, поэтому проходим дальше. Не, тоже эта причина абсолютно не репрезентативна и не работает уже давно. Третья причина. Люди могут расшаривать. Опять же, смотри причину номер два. Люди не могут расшаривать, потому что они не знают, что это может что-то копировать, они вообще не понимают, что это. И намного логичнее было бы просто ставить кнопку «расшарить» или там «get link», типа «получить ссылку». Хоть помню, где-то была такая кнопка, если честно, то ли в WordPress.com, то ли в Live Journal, где-то была кнопка «получить ссылку», и ты, у тебя в буфер прямо накопировалось, чтобы ты пошел там и в Telegram куда-нибудь себе вставил. Так это получается, он чё, этот чувак, который автор статьи? Он просто говорит о том, что надо упразднить нахрен URL-бар. Вообще, но... адресную строку выпилить куда-нибудь в секцию для разработчиков. Не, ну нам-то упростить. А чувакам, которые разработчики браузеров, усложнить. Им же надо делать дела, чтобы это все работало нормально. Так нет, она будет просто под капотом. Чтобы была эта строка поиска только. Угу. И она только с поисковиком была интегрирована. Если ты допишешь Bank of America, то он тебя ведет на Bank of America и не говорит bankofamerica.com, а просто пишет, что Bank of America стопудово, все замочки, пальцы вверх, звездочки, доверенный сайт и так далее. Угу. И все. Ну окей, то есть добавить еще одну строку, чтобы у нас... Нет, заменить эту строку той. И по возможности добавить настройку, типа показывать классический адрес-бар. Так у нас уже есть. Ну, а он-то хочет, чтобы прям вот, во-первых, везде, и во-вторых, более прям пока четко показано, чёт, интуитивно понятно. С точки зрения UX, мы же здесь UX-терский подкаст. Угу. Хорошо, так, ну давай. Ну все, его персональные выводы в том, что надо юзер-френдли сделать бар. Давай наше мнение. Не, ну мужик прав, с одной стороны. С другой стороны, мы же отрубаем, нам это нахрен не надо. Кто-то тоже отрубает наверняка. Напишите в комментариях, если вы отрубаете, если вы не отрубаете. Ну, точнее, если вы возвращаете вид привычной адресной строки. Да, я сомневаюсь, что кто-то из наших слушателей вот пользуется на полном серьезе вот так, как предлагает чувак. Это же вообще, ты сидишь и как будто ты не чувствуешь рук в интернете. У тебя реально как будто отняли конечности. Ты сидишь, смотришь на это и тебе... Да, чувствуешь кое-что кое-где, а ручки-то вот они. Не понимаешь, какого хрена происходит, и да, согласен, это все... Это прям какое-то, знаешь, ты контроль теряешь немножечко. Да, ты да, уже, да. За тебя уже решает, на какой ты Bank of America заходишь. Да. А вдруг ты на фишинговый хотел зайти? Вдруг ты владелец фишингового? Вот. Как тебя не пустят на твой, как многие наши подписчики, да. Вдруг ты владелец одного из поддоменов казино «Вулкан». Это, опять же, не реклама. Ладно, переходим дальше. Идем дальше. Двигаемся по дизайну, летим. И у нас дальше, короче, тема, которая с прошлого раза лежит, но она лежит и она не воняет, так скажем. Вот знаешь, некоторые темы лежат, начинают пованивать. Отлично, знаю, сегодня одну такую дропнули, может быть даже две, уже не помню. Да, вот их прям хочется прям с мусором вместе с темами слушателей некоторых выкинуть. Вот. А причем есть... не вот в этот мусор, который... Recycled мусор, картон, да, а прям вот в помойку, потому что вот просто закопали, как плутоний обогащен. Рядом с бомжами. Прям. Вот, да, да, прям туда. А это вот хорошая тема, и она не пованивала, и мы ее включили в этот подкаст, сотый, я напоминаю, юбилейный подкаст. Ставь лайк, если сотый подкаст смотришь. Да. Воздействие желтого. Воздействие желтого. Большая такая достаточно объемная тема, но она все об одном, что желтый цвет в нашей жизни, он повсюду. И он может вообще говорить вам о разном. То есть желтый цвет, он прям жизнь. Вот так. То есть желтый цвет, он сразу написано, что он может быть и таким, и хорошеньким, каким-нибудь оптимистичным, теплым таким, жизнерадостным, а прям вот классным. Давай фактуру прям. Почему вообще автор статьи решил про желтый цвет-то поговорить? Ну вот, говорит, соседка принесла недавно ему арбуз. И говорит, вот, говорит, желтый арбуз у меня.
Вот реально, то есть не красный обычный, а какой-то, видимо, другого сорта. Я, говорит, смотрел на него, думал, дерьмо. Вот реально, а потом, говорит, долго смотрел, и мне казалось уже вкусно. Потому что, ну реально, желтый цвет, он такой яркенький. Даже круче, чем красный порой, потому что вспомни красный арбуз, он иногда такой темно-красный, прям как мясо тухлое. Ой, пованивает, его тоже выкинуть вместе с темами. Да, а тут он прям смотрел, как на лимончик. Знаешь, когда смотришь на лимончик, у тебя слюна образуется. Знаю, знаю. И вот он, видишь, пишет, что желтый самый яркий цвет. Его периферийное видение в 2.5 раза выше, чем, например, у красного. Да, то есть тут он еще и видит его лучше. Причем он сам, мы-то не видим. Вот, реально, то есть когда ты смотришь на желтый, он круче воспринимается, чем красный. Красный он все-таки в других вот волнах, видимо, происходит. А вот желтый, да. И тут дальше, короче, начинается просто вот, что это может значить. Считается, что в ярких и теплых тонах это цвет счастья и просвещения, бога и творчества, солнца, лета, мудрости, знания, отдыха, радости, оптимизма и воображения. А в темных и холодных оттенках трусости, предательства, эгоизма, безумия, нечестности, зависти, жадности, обмана, опасности и физической болезни. Например, желтухи, малярии. Ну, давай так. А почему нету то, что это цвет психбольных? А вот дальше будет. А, да. Будет, нет, на все. Самом деле, да. Просто я уже рассказываю, что чувак говорит, я, говорит, из-за этого не пользуюсь Яндексом. Настороженно отношусь к вот этому желтому цвету Яндекса. Вот ему не нравится. Ну, слушай, оригинальная такая причина. Я вот на работе пользуюсь Яндексом, вынужден признаться. Даже вот как-то да. Ставь дизлайк, если ты недоволен этим ответом моим. Он спрашивает, вот в вашем гардеробе, говорит, есть желтые оттенки? У меня, говорит, есть желтые джинсы, но я их ношу мало. Потому что, говорит, создают болезненный образ и ассоциируются с болезнью. Слушай, опять же, прерву. Я готов с ним согласиться. Я купил желтые штаны, я их так с тех пор ни разу и не надел. Вот, вот, видишь? Но я просто их купил 29 размера, и я в них не влажу уже. Я просто, если в них сяду, у меня жопа разойдется, и все. Ну, тогда точно у тебя будет умственная болезнь. Согласен, и физическая, возможно, тоже. Да, и он пишет, что это может... Вдруг там что-нибудь другого цвета еще пойдет. Он пишет, что это может быть ассоциироваться с болезнью как физически, так и умственной. В скобочках «не зря сумасшедшие дома» называют желтым. Вот. Вот. И тут начинаются примеры, и вот мы эти примеры будем с тобой пролетывать, но мы будем говорить с тобой примеры, которые мы знаем, потому что здесь очень много примеров, например, мультфильмов полнометражных, которые все любят, типа «Головоломки», но я их ни хрена не знаю, поэтому мы будем их вот просто пролетывать. Вот есть какой-то мультфильм, где девочка в таком ходила дождевичке желтом. А, кстати, дождевички часто желтые делают. И это реально такое, знаешь, ассоциация с тем, что ты идешь всюду жесть, дождь, и ты один такой в желтом, светленьком дождевичке идешь, и тебе классненько. Ты один как бы пятно. И тебя такое. Ненавидят все. И желтый цвет, чтобы тебя еще больше ненавидели, потому что ты дождевик купил. Да. Или вот дальше. Вот из головоломки там какая-то радость, допустим. Там были какие-то эмоции в голове или мысли какие-то в голове, там что-то вот такое. И их там было несколько, они все по градациям делились. И вот градация радости, так скажем, эмоции вот этой вот, или мысли, я не знаю, она была желтая, то есть а там все-таки радость. Но она не желтая, у нее в смысле костюмчик желтый. Начинаем. Первый же наш пример. Тинкербелл из Питер Пэна. Она желтая была. И желтые всякие пыльцу сыпала. Ну да. А, давай, ты хочешь оптимистичный, да? Давай еще что-нибудь оптимистичное. Грааль в третьих героях желтый был. Да, да. Ну там, кстати, много оттенков желтого на хорошем. Вообще золотое такое. Там все, что золотое, оно все типа хорошее. Архангелы, они такие немножко золотистые. Ну, доспехи, да. Доспехи. В шестых героях прям вообще золотые. Так, ну давай не будем углубляться в героев. Что еще есть? Хотя как не углубляться? Во-первых, как в них не углубляться? Во-вторых, до эфира мы с тобой довольно много обсудили. И казалось, что... Ну, у нас были плохие примеры. Если вот сейчас перейти немножко к плохим примерам. Вот давай просто ты скроль по ходу всего. Там пишут про Pixar, пишут про переходы от... Что желтый очень близок к зеленому. Поэтому часто делают переходы от желтого к зеленому. И здесь... важен оттенок, то есть если в светлых каких-то вот таких вот тонах, то это норм, переход такой действительно оптимистичный, а если в темных, то это действительно типа хоррора, какое-то в болотистое такое дерьмо. Легко, в четвертом фуллауте вот этого болотистого желтого вообще до черта. Вообще до хрена. Просто до хрена, во всех метро везде свет именно такой с желта. Мне теперь интересно, а в матрице, где в самой матрице, где все зеленовато, если пипетнуть, вдруг он тоже около желтого? А там сейчас будет, кстати, про матрицу, но тем не менее там хреново про матрицу. Ты вот проскроль до Прометея Ридли Скотта. Так, сейчас
Скроллю. Ты найдешь. Тут какая-то корпорация монстров. Вот сейчас будет. Еще какие-то мультфильмы. Прометей, да, скроллил. И там несколько кадров реально из фильма Прометей, который, как я помню, или сиквел, или приквел, по-моему, приквел к Чужому. И... Ну, из той же вселенной, и, по-моему, да, Принглс. По-моему, да. Кстати, напишите в комментариях. У нас же есть всегда вот эти наши любимые подписчики-киноманы. Так я их буду называть. И, блин, был чувак, к сожалению, не помню по имени, он говорил, опять мои познания всех спасут. По ходу дела придется призывать его к ответу, так скажем. Да, пусть если... его познания всех спасают. Да, если посмотреть, здесь несколько кадров. Тут даже чуть дальше они длятся. Здесь везде реально. У них везде есть небольшие какие-то то, что подсвечено желтым. Breaking Bad мне напомнил, чувак в очках. Кстати, там тоже желтый есть. Кстати, да, там очень много желтого реально. Но вот здесь конкретно желтый обозначает какую-то инородность, обозначает какую-то такую инопланетность. То есть реально видно, что чуваки где-то в космосе, в космосах. И у них здесь везде этот желтый. И сразу еще два примера. Давай. Первое, это в Дэдпуле, когда его только мутировали. Там были желтые цвета в этих операционных и так далее. Потом, конечно же, красное все было. Но да. Ну, красный это просто цвет Дэдпула, поэтому, да. В этом... В «Зеленом фонаре» его антагонист это был чувак с желтым мозгом. Ну, это конкретно уже, да, если мы про злодеев. Параллакс, да, по-моему, его звали. Да, да, так там вся, весь параллакс, то есть вся эта вот желтая хрень, то есть тот чувак, который задротик был против него, в него вселился этот параллакс. Да, так-то этот параллакс был, его же там старейшины что-то держали. Он и, собственно, там... этот параллакс это один из этих старейшин, там, да, да, которого да. изгнали. Да. И он вместо зеленого стал желтым, там, да, говно. Да, да. То есть, это, кстати, тоже переход вот от зеленого к желтому. И это, кстати, тоже пишите в комментариях. Прям поправляйте нас безжалостно, где мы в каких фильмах огрехи сделали. Но я прям сейчас провокационно. Прометей, по-моему, и сделали чужих. Все, батл. Напишите нам, к чему мы опять косякнули. Отлично. Вот, кстати, про матрицу. Вот про матрицу. Здесь просто то, что девочка в желтом, это такое... Все в стерильно белых тонах, и девочка в желтом достаточно такой нездоровый сон какой-то вот ассоциации с тем, что он уже все в матрице, в сильной, Нео. И он уже просто это видит, все болезненное такое. Город грехов. Ты первую часть же помнишь? Я не смотрел ни одну. А, ты не смотрел даже с этой, как ее? Даже с ней, с Евой Грин, не смотрел. А, с Джессикой Альбой первой тоже не смотрел. Ну не суть, да. Вот там был чувак тоже, но он реально злодей. Ну я вижу, что он не очень добрый. Не самый добрый чувак. Вот, дальше, короче, здесь опять же фильмы, которые мы не смотрели, до хрена идут. Я сейчас пытаюсь доскроллить до чего, что еще я помню. Здесь много. Пока скроллим, скажу «Убить Билла». «Убить Билла», да, здесь там тоже. Там она прям вот олицетворение фриковости. Это во-первых, а во-вторых, она там типа самая, ну как сказать, она же все-таки протагонист. Не... Ну, конечно, протагонист, то да. То есть она добренькая, да. Типа. К сожалению, антагонистом Люси Лью в первой части. Да. Мне прям до сих пор печалит это. Ну вот, может, до Стражей Галактики хотя бы доскроллить. Там, наоборот, желтый — это цвет чего-то жизни какой-то, чего-то спасения, потому что они все в желтых почему-то ходят. Я дошел до Стражей Галактики, да. Да, и там везде огоньки вот эти желтые. Там, где вот этот чувак Грут. Ну, блин, давай так. Вот мне теперь вспомнилось, вот мы Стражей Галактики этих посмотрели. С Милой Кунис мы кино смотрели какое-то. Да-да-да, которое... Кто-то там... Черт, блин, там они еще планеты хотели жатву типа сделали, восхождение Юпитера. Да, да, восхождение. Короче, Юпитера. Там тоже желтые цвета до хрена, да, были. Да, до хрена. Ну, Mad Max, но на самом деле в Mad Max там очень много оранжевого. Я не знаю, почему они именно желтый взяли, но там до хрена просто все. Ну смотри, оранжевого. Они пипетнули фильм, и видишь, на втором месте желтый. Ну, понятно, что красноватый желтый. Да. Но тогда можно и первых Звездных войн брать. Там бабуин полный. Кстати, Татуин, да. В смысле. И там тоже это фриковая планета. Хотя про нее, собственно, вообще вся эпопея, так скажем. Да, да, да. Ну и она как бы как росток жизни Энакина, он же там типа жил. Ну, жил, тут, да. Хрен его знает, да. Росток Энакина я бы как-то не стал на этом останавливаться долго. Симпсоны. Симпсоны, ну Симпсоны, понятно, там вообще все живое, это желтое. На самом деле. А вот мне батя никогда их не любил. Опять, говорит, своих уродов смотришь, когда вот я вот это РЕН-ТВ сидел вечером смотрел. Ну то есть все по-разному желтые воспринимают. Напишите в комментариях, что вы еще вспомнили желтого. Вот, например, маска. Костюм у маски. Фильм «Маска» очень древний еще с, вообще. Еще с Джимом Керри. Так, знаешь, да. Как будто сейчас он уже не с Джимом Керри. Да, вот у него костюм желтый просто. Ну, это действительно символ фриковости. Ну, как мы сказали, Kill Bill. Потом дальше Трон. А, стоп, тут Трон, вижу. Да. Просто на Уму Турман похожа дама на мотоцикле. Ну, мне кажется, это она, потому что здесь написано про Тарантино немножко.
А он к Трону какое-то отношение имеет? Не, а дальше просто Трон, вот типа чуваки, антагонисты, они все в желтом. Давай так, вообще все кэбы, кэб, все такси желтые. Да. Это тоже плохо? Нет, ну это как бы не хорошо, не плохо, это просто привлекает внимание, как мне кажется. Ну вот так, то есть статья в основном была о том, что все-таки желтый цвет до хрена что значит. И его он... надо с умом использовать, что самое главное. Ты имеешь в виду, он многогранен. Да. И вот управляться с желтым цветом — это искусство. Конечно. То есть если реально вы хотите, короче, добавить, так скажем, желтого в вашу жизнь или в ваш сайт, например. Вы отойдите с дороги хотя бы, чтобы как бы сильно внимание-то не привлекать. Углубитесь подальше куда-нибудь. Да-да-да, с трассы уйди. Да, а мы дальше тоже в подкаст углубляемся. Короче, у нас там сейчас уже предложенная тема, но тем не менее она в дизайне. А, собственно, воздействие желтого тем же человеком было предложено просто неделю назад. Бомболеич. Да, Бомболеич. Ну давай, короче, что там? Кевин Маркс нам пишет на backchannel.com: How the web became unreadable. Как же веб стал нечитаемым? И он говорит о том, что я вот всегда захожу в свою Google App Engine консоль. Ну, какой-то там, видимо, у него такой сервис есть. Я понятия не имею, что такое Google App Engine консоль. Но, видимо, я просто так глубоко не внедрялся в Google приложение. Видимо, это какая-то опиха, которую дергать можно. Так. Так вот, я, говорит, туда как-то раз захожу, и там полное говно. Раньше, говорит, все контрастное, четкое было, а сейчас у меня аж глаза заболели. Напряжение. Strain. Если угодно. И, в принципе, я, говорит, подумал, что в дизайновых кругах же все сейчас уходит вот в эту серость. Угу. В том смысле, что нет вот этого черного на белом, все вот такое серенькое на белом. А не это, говорит, плохо. И Apple в этом виноват, и Google в этом виноват, и Twitter в этом виноват. Кстати, сегодня на работе у меня всегда на втором мониторе открытый Media Matrix, чтобы смотреть, где теракты какие были и так далее. Ну, просто так, почему бы и нет. И сегодня прошла новость о том, что Twitter, они уже какой раз предлагают продаться. Ой. Они пытаются сами себя продать, и все отказываются. Все Фейсбуки, Гуглы, все отказываются сильно. Угу. Ну, и кроме того, что они хотят продаться, они наметили на ближайшую неделю-две сократить 10% персонала всего. Это что это? Я не знаю, что-то, видимо, подскатываются как-то они. Хотя, блин, я вот... Моя любимая социальная сеть — Твиттер. Почему всегда вот именно по мне добьют? По больному. Да, не понимаю. Тим Бернс-Ли, создатель интернета, говорит о том, что мощь веба — это его универсальность. А серый текст на белом фоне — это ни хрена не универсально, потому что на некоторых девайсах нет такой высокой четкости. И ни хрена не видно и непонятно. И здесь нам, Дэвин, да, по-моему? Кевин прикладывает скрин старого Google App Engine, и там, ну, почти Craigslist. Угу. И нового. И там полная материальщина, и там чем, так скажем, более вложенный список, тем тусклее. Ну, как бы, не надо, конечно, сильно так уже охренеть, но здесь, как тебе сказать, короче, те, кто не видит это, вот те, кто не видит эти скриншоты, тут всего лишь текст. И там текст, в списке, так скажем. Но во втором случае там реально блеклый, серый. И там просто серое на сером, понимаешь? Там еще таблица по, так скажем, по рядам, то серое, то белое. Угу. Ну и, короче, прям вот зашквар, как принято в интернетах сейчас говорить. Первое, кстати, не зашквар, но там первое хорошо. Хотя бы душевненько, то есть там прям вот нормально. Первое там прям сырой интернет, как он есть. Да, ро. Да. Так вот, и я же, говорит, ведь знаю, что... есть некий, так скажем, коэффициент контрастности. Например, черный на белом у него максимальный 21 к 1. Рекомендует 7 к 1, в принципе. Но, говорит, очень смешно, что те люди, которые это рекомендуют, сами же и нарушают. Вот, говорит, у Apple в гайдлайнах по типографике написано: лучше делать 7 к 1. Но сам вот этот гайдлайн в типографике сделан 5,5 к 1. Так. Это, кстати, топ-хайлайт. То есть это больше всего расшаривает в этой статье вот этот кусочек, потому что он такой. Кстати, по законам композиции он прям практически по центру статьи, кульминация. Вау. Прям чувак-то пишет, видно, что прям журналист, Кевин. По Гугла, говорит, тоже написано: надо 7 к 1, а у самих 4,6 к 1. То есть прям вообще вот тусклота. И хочется сразу вспомнить, что у нас на сайте тоже там практически серое на сером. Мы в тренде, походу.
Здесь, конечно, будет сейчас еще говориться о том, что надо, чтобы шрифты нормальные были, и с этим у нас уже, конечно, беда. Опять же, потому что я на работе-то я с винды сижу, и когда я на наш сайт захожу с Arial, я просто хочу башкой монитор пробить. Там реально до свидос надо, чтобы это, руки дотянулись до этого. Хотя, когда мы в прошлый раз об этом в подкасте сказали, о том, что будем дотягиваться, там прям защитники стали писать. Причем прям даже и на почту. Блин, чуваки, мы вас с телека читаем. У вас единственный сайт нормально с телека читается. Там фанаты Arial пришли. Так что у нас accessible по полной. И я так понимаю, что мы придется нам в нашу студию, вот в эту, где мы тестируем на всех девайсах, где у нас вот эта полная стена телефонов и так далее, пару плазм повесить, телевизоров. Думаю, да. Думаю, что там сбоку нормально будет смотреться, рядом с самсунгами 200-дюймовыми. UOBdesign.ru/donate. Да. И говорит, вообще-то так было не всегда, говорит нам Кевин. Кевин. Веб-браузер в 89-м появился, все было прям черное на белом. И это было прям дефолтные настройки в Next Machine. Потом, говорит, вышел HTML 3.2 в 96-м, и, к сожалению, добавили цвета. 216 веб-сейф цветов, которые нормально отображались на 8-битных экранах. Потом, говорит, появились 24-битные экраны, стали много уже всяких палитр, пастельные цвета и так далее. Но все равно компьютеры были ограничены именно экранами. То есть, в принципе, не было супер там high definition, high quality, mega pro, limited. И были шрифты дефолтные. В 2009-м и эту дыру закрыли, стали веб-шрифты при это, как бы сказать, прикладывать, как подорожник страницам. И вот все хуже и хуже все, как с лосем. Я все пью и пью, а мне все хуже и хуже. В 2013-м даже Apple гельветику Noia Ultralight сделали системным шрифтом, а Ultralight это соточка, чтобы вы понимали, в градации начертаний. Короче, прям, самый тонкий. Прям вообще тонкий. Прям вот... Это вот в анекдоты про дистрофику. Да, да, да. А я не за удочкой, я за лесочкой. Вот гельветика Noia Ultralight могла за лесочкой спрятаться. Мне тоже именно это в башку пришло. Поэтому пытается Кевин подумать, а почему дизайнеры это делают вообще? Какого хрена? И вот его отправляют знакомый дизайнер в Typography Handbook, так, в котором написано, что если сильно большой контраст, то глаза болят. Да ладно. Ну, дескать, вот нельзя прям черный на белом. Надо вот черный, типа решеточка 333 на белом. Не, ну это правда. Это правда, что когда очень резкий переход, это глазам до свидос. Да, но вот Кевин говорит, что у меня вот хуже глазам, когда серое на сером. Он продолжает троллить. Он прям, да, он говорит, я говорит, не понимаю, какого хрена. Ты посмотри еще, кстати, еще раз на его портрет. У него реально хуже глазам. Да, я помню. Я не буду сейчас скроллить, чтобы вот это дергание не было на записи. Но я помню. Я думаю, наши зрители тоже помнят, а слушатели, просто представьте себе стандартного американского программиста с таким квадратно-круглым лицом, в очочках, ну такой, с двойным подбородком. И Кевин продолжает лезть в закрома и говорит, что вообще вот давайте представим, вот допустим, черного на белом не бывает, говорит, никогда. Вот у вас диодный экран, да? Но подсветка вам все равно его засвечивает. У вас не черный, а чуть-чуть светлее черного. И говорит, белый у вас ни хрена не белый. Потому что вас отбликовывают соседние пиксели, и они тоже уже не белые. Поэтому, говорит, не парьте мне мозга и делайте черный нахрен, я уже сам решу. Понял, да? И вообще, он говорит, лучше вы не текст делайте серее, а фон темнее. Ну, то есть он серьезный защитник белого и черного. Да, пусть будет не серое на белом, а черное на сером. Вау. Как бы сейчас сложно было в мозгу это все совместить, но вы прям поставьте сейчас на паузу, подумайте, и потом поставьте лайк. Поэтому я, говорит, выбираю не серое на сером, а хорошие цвета. Потому что компьютеры были придуманы для того, чтобы... мы могли читать с них. А, говорит, теперь читать просто физически невозможно. Погоди, там еще круто. A color is a color, isn't a color. Not to computers, and not to the human eye. Ну, он имеет в виду, что вот мы выставили черный, а он ни хрена и не черный. И компьютеру он не черный. И глазу. И глазу он не черный. Вообще, все, полный зашквар. Причем человеческому. Не конечно, очень... невооруженному даже глазу. Невооруженному человеческому глазу. Вот да. Отлично, Кевин, спасибо тебе за статью, если ты вдруг... Я сейчас прям не поленюсь и крупняком его для наших зрителей фотографию. Блин, он старее, чем я думал. Но понимаешь, когда ты вот много пожизненно смотришься на черный, белый, серый, то...
Согласен, у тебя прям ты состариваешься на ходу. Год за два идет. Да. А теперь о том, что действительно состарилось на ходу. Это статья про новый логотип кодек. Я прям, ее даже приходится на VPN-ке открывать. Петапиксель, видимо, забанен как-то Роскомнадзором. Да, очень странно. Но, тем не менее, здесь не бойтесь, здесь не будет ничего противозаконного. Здесь будет о том, что они, то есть кодек, возвращаются к логотипу стиля 1970 года. Они практически такие, знаешь, въезжают на линкольнах таких, крутых. Но... А если вспомнить, что кодек, наверное, в 1970-м-то был на подъеме. В отличие от 2016-го, когда он хрен знает где. Ну, ты нам сейчас расскажешь, где он? Ты наверняка как-то посмотрел. Ну, тем не менее, я, конечно, наверняка посмотрел, но тем не менее, они там что-то шевелятся по поводу смартфонов даже. Напишите, кто в теме. У нас наверняка есть вот такой... Представляешь, они бы шевелились по поводу смарт-тейп. Это мы сейчас это позже, это позже. Позже шевелиться, да. То есть, кто в теме, а у нас бывают любители всякого хороших девайсов разных. Вот. И вдруг вы в теме по поводу телефонов от кодек. Но да, для меня... напишите, вдруг там цифрово-аналоговые преобразователи хорошие, через них музыку круто слушать. Ну, скорее камера, но тем не менее. Ну, а вот они должны были по иронии судьбы на музыку упор сделать. Ну, а чё нет? А Бауэрс и Уилкинс будет делать камерафоны. Ну, ладно. Ну, да, для всех они все еще, я думаю, остаются компанией, которая делала все, что связано с фотографией и, ну, с изображением, так скажем. Так. Ну и вот, они, короче, решили вернуться к классике, к 70-му году. К желтому они решили вернуться. Они решили чтобы вернуться... прям вот, да. Да, вот если посмотреть, давай просто сразу посмотрим на новый логотип. Это такой вот их классический квадратик, который разделен на лучи такие, как бы сказать, проекционные такие лучи. Сквозь призму, возможно, пропущен. Смотря с какой стороны смотреть, тут можно много разного увидеть. Да, на самом деле здесь двояко выпуклый такой логотип, или двояко вогнутый, кому как. Да. Ну и надпись кодек, которая просто по вертикали располагается. И, значит, показывают, какой был в 2006-м, который был представлен логотип. Такой серый. Точнее, серый бэкграунд. Надпись кодек. И надпись горизонтальная. И черта тоже желтая, которая дальше используется как бэкграунд вот в новом логотипе, собственно. Мне, если честно, ну, так случайно выскажу свое мнение сразу. Мне оба нравятся. Какие-то они крутые. Да, я согласен, они делают не паршиво. Угу. У них дизайнеры хорошие, нормальные коды. Маркетологи только говно, но это уже их проблема. Да, кстати, нас вот возвращают немножко вот к логотипу, который 71-м использовался, 71 по 2006-й, и я его застал, потому что раньше как-то вот это была тема с проявлением пленки, покупкой пленки, когда еще были мыльницы очень старые. Я помню, много распечатали вот этих фоток за деньги, приходили в салоны, прям распечатали, потом их в альбомчики вставляли, это было все. Мы еще в этом мае так делали с женой, так да, что да, то есть бывает. Это на самом деле такое теплое, аналоговое, прикольное. И вот я очень часто видел этот логотип, так или иначе. И вот вы можете снова посмотреть, здесь просто немножко другие цвета, и надпись кодек, она по горизонтали все-таки находится. Вот в этом красном квадрате. Ну тут и шрифт другой. Сейчас-то капсом прям бомбанули. Ну, кстати, да, сейчас прям капсом. Лайк за слово бомбануло. Да. Вот, ну и это там, собственно, Питер Ойстрих какой-то. Их Либенман, Либенфройлен. И он, короче, графический дизайнер, вот, который придумал этот логотип. И он думал, что вот здесь даже написано, что это такое. То есть, вот эта черная хренотень, это как от камеры, от объектива. Камера шаттер, это, я так понимаю, все-таки объектив. Шаттер — это затвор. Это именно это то, именно что схлопывается. Вот эта, да, штука, которая... кадр. И якобы это, она, видимо, так быстро схлопывается вместе с надписью «Кодек». Угу. Вот. А и, ну и желтые такие лучи света, как бы. Блин, ну прикольно. Ну то есть, типа, он что-то придумывал. И давайте просто освежим еще раз освежим все логотипы «Кодека». Я уверен, что вы их ни хрена не знаете, остальные, потому что я не знал. И вы наверняка тоже, если только есть какие-то супер-старички у нас, типа Кевина, как в прошлой статье. Посмотрите просто первый логотип, это охренеть. Это как будто они раньше были какие-то футбольный клуб. ПКЗЧ, только ЕКЦ. Да. ПКЗЧ — это футбольный клуб Зенит Челябинск когда-то еще был. Сейчас, кстати, по-моему, просто Челябинск, не суть. Как там, ФК Барсел...
Да, кстати, на Барселону похож. Ну реально, да, то есть вспомните, вспомните. Дальше был кодек просто в черной рамочке, и они уже тогда обрели вот эти цвета. Как-то пессимистично. Пессимистично. Ну, прикольная тема с вот этим переворачиванием странички. Ну, вот как логотип, как нет, логотип это говно. Прям вот, да. Да, ну и вот дальше вот этот придуманный кодек. И вот, вот уже затвор. Вот логотип, на самом деле, с просто надписью на сером фоне я вообще не видел. То есть вот это как раз тот период с 2006 по 2016, когда, про кодек я не слышал вот вообще ничего. Да-да-да, когда все умерло и продолжает. Ну вот так, напишите в комментарии, как вы вообще сейчас относитесь к кодеку, может быть что-то используете, какие-то девайсы, нам интересно на самом деле. Потому что все-таки достаточно такое, не то чтобы хипстерское, но все-таки из того времени. Для нас это отсылка немножко в детство, и нам хочется узнать. Кодек Эктра, это их новый смартфон, естественно это фотосмартфон. И он выглядит как их оригинальная камера. Камера Kodak Ektra из 1941. Прям вот из 41-го. Ни хрена себе. Прям фотовафы. Вафы оружие, да? Их либен. Вот опять же. А кстати, Kodak это какой страны компания? Мне кажется, Америка. Мне почему-то казалось Америка всегда. Но там ойстерхи всякие. И возможно, возможно, мы сейчас поймем, что это все было опять же сделано. Eastman Kodak Company, Соединенные Штаты Америки. Фуф. 1888, обосраться, а? Они что делали-то тогда? Охренеть. Ну, хотя нет, фото были уже. И 23 часа назад Kodak выпустил свой первый смартфон. А, мы по свежаку идем. Прям на мне с finance.ua почему-то напишите, предлагает эту новость. Напишите, кто заказал вместо айфона себе Kodak. Да, вместо 7 плюски. Возможно, да. Этот Kodak даже и лучше, чем 7 плюска фоткает, потому что там 21 мегапикселя камера. Отлично. И F, эти... Диафрагма 2.0, довольно широкая. Да, кстати, у нас наверняка много фотолюбителей нас слушают. Напишите, если вы пользуетесь камерой Kodak, например. 4К снимает. Посраться. Ладно, не будем сейчас заниматься рекламой компании Kodak. $550. Kodak, не будем заниматься Kodak'ом. Короче, знаешь, какая суть? Какая? Нам нужно когда-то отдохнуть. Или после нашей одной темы, или... Перед нет, я считаю, прямо сейчас и отдыхаем. Давайте, пацаны, короче, располагайтесь на кушетках, отдохните. Поваляйтесь со своей женщиной, возможно. Попросите ее сделать вам массаж. Ступней. Попросите ее поставить лайк под видео. И написать какой-нибудь комментарий. Под вашу диктовку, конечно. Да, потому что вы же настоящий мужик, слушаете ювеб-дизайн. Ну все, отдыхаем. Отдыхаем. Нина приседала. Ты уже начал? Я уже начал. Знаешь что? Надо чай разлить. Я сейчас буду разливать чай, а ты скажи еще о более гостеприимных пацанах, даже чем вот мы с тобой. Казалось бы, таких нет, но есть. Где-то в глубинах дата-центра Oversun в Москве есть хостинг-провайдер SmartTape. Так. И ознакомиться с условиями можно по ссылке webdesign.ru/smarttape. Они предоставляют нам идеальный, лучший в мире хостинг. У них есть все виды вариантов. Безлимитный хостинг 2.0 у них недавно вышел, в котором за вас все делают, только платите бабки. Можно даже версии PHP на ходу переключать. Прям PHP 7 включить. Ну, знаешь, я, короче, сейчас лайфхак для ленивых и для наглых расскажу. Ну-ка. Просто, я очень надеюсь, что нас сейчас не слушают SmartTape. Угу. Сейчас они ушки закрыли. Короче, лайфхак для чуваков, которые купили безлимитный, самый дешевый тариф у SmartTape. Вы можете настырно дергать техподдержку, она очень круто, быстро отзывается. И даже если вы тупой, с помощью них что-нибудь настроить себе хорошо. И все будет нормально работать, они вообще круто помогают в техподдержке. Да, да, мне даже с ВПС-кой пару раз помогали, так что не обязательно в самом дешевом тарифе. Но нет, ну, понятно, что если ты раскошелился, ты уже должен как бы это самое. Но когда ты вот знаешь, такой типа на правах... На правах щегла? Конечно, конечно, тоже можешь, тоже можешь. Да, поэтому если вы хотите нас поддержать, можете не пользоваться не только ссылкой uubdesign.ru/donate, но и ссылкой uubdesign.ru/smarttape, там есть наша реферальная кнопка. Пользуйся SmartTape вместе с нами. Мы прям от души вам советуем. У них даже на SSD есть все. Хорошо. Да. Ну давай перейдем к «Нельзя забывать язык C». Это прям такая громкая тема у нас в разработке. Это раздел «Разработка», я просто напомню. Да, раздел «Разработка». Опять же, медиумного направления блог. Брэдфилд CS
Counter-Strike.com. Я прочитал Battlefield. Ну, Battlefield Counter-Strike.com. Так, в принципе, все верно, да. Озан Оней, преподаватель в школе Брэдфилд. Это... Чё? Это он какой-то... Он какой-нибудь иранец, хренанец, вот такого плана, я думаю. И он реально учит в Counter-Strike играть, потому что Teaching CS написано. Естественно, да. А интересно, вот что такое CS? Ну, Computer Science, конечно. Блин, в натуре. Чёрт, я вот думал, какой-нибудь Computer Architecture, но нет. Короче говоря, он... Casual sex. Да, child sex, возможно. Нас сейчас закроют Роскомнадзор. Это запрещенная в России. Ну почему? Организация. Пол? Кто Роскомнадзор, запрещенная в России организация? Детский пол. Ну ладно, давай, что пишут? Что пишет Асан? Цена забытия Си, он нам говорит, какова? Велика, подсказываю. Того самого великого, могучего Си, как русского языка, только Си. Да, потому что последняя, даже актуальная версия Си старше нас, она 88-го года рождения. Ё-моё. В смысле, прям которая... Прям вот нынешняя, которая вот последняя версия, она 88-м вышла. Это, честно говоря, просто паузу хочется выдержать. Я даже не знаю, это как бы... как тебе сказать, дань уважения сейчас была? Или настолько все плохо там? Нет, или... настолько все круто. То есть, понимаешь, на Си все еще пишут, а он не обновляется. Охренеть. Это не то, что вам все JavaScript, я просто подчеркну. Ну, здесь об этом тоже будет. Да, ну, давай, как давай. Раз. Он говорит, Си настолько немодный, что авторы просто даже и не обновляют ни хрена уже за 30 лет. И говорит, в принципе, все же у нас сейчас такие крутые, учат Rust, Go и Clojure за weekend. Угу. Но Си-то вы, говорит, за weekend не выучите. Так. Даже у Си нету никакого логотипчика, который вы можете себе на ноутбучик наклеить. Блин, слушай, действительно, действительно. Он, даже нет никакой зверушки, которая олицетворяет Си. То есть, ладно, просто логотипчика, но вообще ничего нет. Есть свитер только. Есть борода. И борода. Так вот, мы, говорит, с Майлсом и не трендовые чуваки, поэтому все наши студенты учат Си. А кто такой Майлз? Ну, видимо, еще один его друг-преподаватель. Его парень, бойфренд? Ладно, может окей. Быть, может быть, да. И, в принципе, здесь очень даже и смешно, где было. Дальше, да, будет? Да, дальше. Я просто не хочу пропустить шутку про Сан-Франциско. Не одни мы про это шутим. Так вот, мы, говорит, не трендовые, у нас все учат Си. И как раз вот недавно мы закончили новый курс Си. По книге K&R. Я не знаю, может быть, это издательство, может, что-то еще. Напишите в комментариях, если вы знаете. Я мог, конечно, загуглить, но не стал просто потому, что не захотел. Мы, говорит, студентам даем 4 причины для того, чтобы учить Си. Так. Первое. Это все еще самый широко используемый язык вне Сан-Франциско. Commonly used language. Причем, самое главное, вне Сан-Франциско вот этой вот комнаты, как бы сказать, вот Echo Chamber — это комната для звукозаписи, изолированной комнаты. Вот вне Сан-Францисковской изолированной комнаты. Что вот Сан-Франциско в мире веба — это как вот студия для звукозаписи. Туда заходят, там оттуда ничего не выходит. Не доносится? Да, да, да. И туда тоже ничего не доносится. Только еду под дверью подают туда и все. Так, ну то есть самый используемый. Ну, one of the most. Ну, понятно. То есть где-то самый, где-то не самый, но один из самых используемых языков вне Сан-Франциско. Так, дальше. Второе. Влияние Си испытали почти все современные языки. Ну, не почти все. Многие, он говорит. Многие. Реально а многие, многие вышли из Си. Ножками. Как черепаха? Да, да. Ну да, например, C++. Например. Третье. C помогает вам думать как компьютер. И. Знаешь, это шуточки. Да. Четвертое. Большинство инструментов для написания программ написаны как раз на C и на C++. Вот, например, CodePen, на котором я все, как сказать, это, компилирую это, весь фронтенд, и не только фронтенд. Так. Он написан как раз на C. Я здесь даже оставлю ссылку на наш обзор CodePen'а, второй ролик на этом канале. Но обзор все еще довольно-таки актуален. Кроме шуток, версия 2.0 как раз тогда вышла. Угу. Когда выйдет третья, а скоро она выйдет, потому что он уже говорил, что закрытый бета-тест стартовал. Будешь снимать? Да? Че нет? Покупать для начала придется, а потом уже и снимать. Ну, давайте, говорит, попробуем откинуть причины. Первую легко откинуть, если вы все-таки в Сан-Франциско, вам нравится эта вот изолированная комната. Вторую легко откинуть, если вам не нравятся как раз языки, на которые оказал влияние C, например, PHP.
А в принципе, большинство инженеров третью причину тоже откидывает, потому что они и так уже думают, как компьютер и. Но, говорит, четвертую причину нельзя игнорировать. Большинство ПО для написания ПО написано на C. Я вот не знаю, на чем PHP Storm, например, написан. Возможно, тоже на C. Вряд ли на PHP. Во-первых, да, а во-вторых, большинство имплементаций и интерпретаторов написано на C. Например, интерпретатор PHP Zend Engine написан на C. Большинство джаваскриптовых имплементаций написано на C. Что, знаешь что? Еще бы пятую какую причину сделал. Хочешь много бабла зарабатывать, пиши на C. Потому что тот, кто пишет на C, это очень редкий специалист. Ну, какой-нибудь супер фуллстэк React Redux фронтендер сейчас бы с тобой поспорил. Ну, это да, но представляешь, если ты будешь какой-нибудь ПО для Toyota писать? Ну, конечно, конечно. Там уже совсем другие разговоры. Но, может быть, там какие-нибудь джависты тоже котируются, которые на Arduino что-нибудь написали. А внутри Toyota, на самом деле, всего лишь один Arduino и Raspberry Pi. Все, больше ничего. Так вот, здесь есть топ-хайлайт. Что самое главное в этой статье, опять же, прям по центру статьи, хотя, по-моему, это не центр. Ну, может, и центр, неважно. Если, говорит, мы забудем C, то мы утратим вообще все глубины ниже уровня абстракции высоких языков. Ну, короче говоря, для нас весь компьютер прям станет черным ящиком по полной. Потому что будет только язык программирования, и все. А драйвера уже... Кстати, вот драйвера на C написаны. Так, да. Хотя, может быть, они-то уже и на ассемблере. Не знаю, напишите в комментариях. Поправляйте нас, безжалостно. Если вы разработчик NVIDIA, например. Да, и в перерывах между CUDA-ядрами смотрите наш подкаст, вы прям вот не постесняйтесь нас ткнуть носом в говно. Ткнуть носом в шейдеры прям. Я не знаю, куда там вы тыкаетесь обычно. Так вот, большинство наших, говорит, студентов используют интерпретируемые языки, и они написаны на C. И в чем суть? И они задрачивают своих студентов. Они заставляют писать прямо байт-кодовые интерпретаторы Python, например. Ой, это страшно сейчас звучало. Они прямо заставляют писать имплементацию питоновых массивов, например, или Ruby массивов на сях. Окей. То есть, так. Прям вот говорят, вот ты представляешь, что питон еще не написан, вот пиши питон. Отлично, это вообще отлично. Вот, и говорит, только так они понимают правильную адресацию памяти, как работает вообще компьютер. Представляешь, как они мучают людей? Но они действительно какие-то такие мазохисты своего да, рода. Потому что, а иначе вы, говорит, не поймете, как массив работает, как адресация в памяти работает вообще там в оперативной, не в оперативной, и все. То есть, это обязан студент... Как там у них называется? Брэдфилда, понимать. Операционные системы. Вы не можете думать как Windows или как Mac, пока вы не пишете C и не понимаете, что под капотом у них. Вы даже не понимаете, как работает стек протоколов TCP/IP. Тот самый. Потому что прикладной уровень написан на C. Прикладной уровень 7 уровней модели OSI, например. Опять же, поправляйте, я сейчас такую пургу несу. Вам всем кажется, что мы шарим, мы ни хрена не знаем на самом деле, поэтому прям вот пишите нам. Пишите. Пацаны, вы не правы. Санек, Никита, вы два дебила, ни хрена не знаете, просто сидите и ржете там. Databases, key value storages. Короче, все базы данных. Все ваши MongoDB, все ведь на C. Куе-уе-уе. Куе-уе полные. Все куе-уе пишутся тоже через C. Наверное, так. Даже SQL. Вообще все. Поэтому выглядит это. Не надо лишаться вот этого вот удовольствия, познать глубины, познать низкоуровневое программирование, познать вообще то, что вот под капотом ваших абстракций любимых находится. Ну слушай, а если это все познать, то рискуешь стать Асаном, Озаном Онай вот этим, вот таким лысым чуваком? Да, лысым. А еще вспомните Кевина из предыдущего, таким тоже можешь стать. О, да. В принципе, еще все черно-белое у тебя. Очень вкусные варианты вот, вырисовываются. Да, да. Возможно, кому-то в Сан-Франциско комфортнее будет. Согласен. Ну что, отличная? По-моему, отличная была. Ну как-то да, хорошо зашла. Хотя она вот как раз с прошлого раза лежала и тоже не пованивала. Кстати, нет. А вот это вот, создавайте хорошие таблицы. Она вроде как у нас не пованивала, да? И сейчас разберемся, начнет ли она вонять, когда мы ее потыкаем палочкой. Я оригинал видел, читал. Если честно, был уверен, что мы им где-то поделились, но я не нашел где. Веб-палочкой будем тыкать. Давай, попробуем. Создавайте хорошие таблицы. Перевод на Хабр-Хабр и, собственно... От Андрея Алексеева. Он тут тыкал своей веб-палочкой.
Слушай, я только сейчас заметил, что у них какой-то логотип новый, Хабр-Хабр. Там как бы тот же самый текст, но какое-то новое чудо, мне кажется. Может быть, я может не частый быть. Гость здесь, но тем не менее. Создавайте хорошие таблицы. И здесь говорят, вот бедные таблицы, что же с ними не так? И сразу типа написано, что, блин, конечно, уже в самом начале вообще истории веба, скажем, интернета, таблицы это был прям вот мейнстрим. Потому что все было, и табличная верстка была популярна, и все было в таблицах. Потому что, ну, так удобнее было, так скажем, людям, которые были близки к базам данных, то есть людям, разработчикам интернета, им легко было представлять все в таблице. Mm-hmm. И после этого, ну, уже много времени утекло. И таблицы утекли, так скажем. Сейчас вместо таблиц используют уже другие блоки в вебе. Я нашел. 14 сентября я эту статью выкладывал в паблике оригинал. Ну, просто, ну, я, ну, да. Мы сейчас переведем для пацанов. По-любому не читнули. Да, конечно. Ни комментариев, ни хрена. Я думаю, вообще не читали. Так что будем на русском. Ну, просто я для наших зрителей, я сейчас воспользовался поиском на сайте eurodesign.ru. Он работает, он молниеносен, он прекрасен. Попробуйте. Отлично, отлично. Так вот, тем не менее, времена ушли, таблицы используют не так часто в вебе, но, тем не менее, много-много, я вам скажу, инфы, которая хранится в таблицах. Особенно вспомните Википедию или Википедию, как кому нравится. Ты вспомни, там всю вот эту хрень они пытаются запихнуть в табличку. И ими даже удобно пользоваться. Вот часто я захожу на Википедию, чтобы посмотреть, например, модельный ряд MacBook'ов, как он эволюционировал. И там это все в виде таблиц с выделениями, ой, с разными цветами и так далее. И удобно. Некоторая информация должна в таблицах быть представлена. Ну, вот, например, здесь чувак приводит пример гармонизированный тариф США, чтобы вы понимали. И это такая хренотень на 3550 страниц, табличка. Вот табличка на 3550 страниц. Я думаю, сейчас все бухгалтеры, а нас слушают несколько бухгалтеров, я бухгалтера. Убедил. Бухгалтера. Они все и охнули. Они договора потом пошли подписывать еще сразу на средства. Потому что, ты понимаешь, это знаешь, что такое? Это, короче, что можно ввозить в США. И там все описано. Польта. Портфели. Все, что можно неправильно назвать, вот это все описано в этой таблице. Джакет. И так далее. Знаешь, как джекет по-немецки? Ну-ка. Яке. Вот яке. И хлибен, опять же. И, то есть, опять же, возвращаясь к главной теме, это все таблицы, и нужно как-то их делать нормально. И сразу начнем. Как же нормально делать? Таблицы хреново всегда выглядят в вебе. Вот честно, если вы пробовали хоть раз сделать какое-нибудь расписание, более-менее большое, не маленькое-маленькое, а какое-нибудь расписание какой-нибудь, например, танцевальной школы, у нас был такой опыт. И там реально, когда много групп, много часов, в разные дни, да еще менять разные залы, там хорошо приходится поверстать. Особенно боль начинается, когда нужно это адаптивно сделать. Да. Но мы, собственно, уже обсуждали статью CSS Tricks, как сделать крутые адаптивные таблицы. Да. Довольно здесь в тему будет. Попробую поискать, пока ты дальше рассказываешь. Да, чувак здесь предлагает, кстати, начать не с того, что как вот сделать там саму табличку, да, а он начинает со шрифтов и с чисел. Угу. Говорит, не все числа одинаковые. Не то, что он говорит, вот я имею в виду там типа пи и бесконечность. Нет, он говорит об отображении цифр конкретно. И вот есть цифры, которые разделяются на минускульные, ну, видимо, как MySQL, минускульные и майускульные. О, господи. И на пропорциональные, и табличные. И вот, короче, минускульные и майускульные, то есть alt style, aligning, да? И есть, короче, вот тут внизу, ты просто покажи зрителям, чтобы понимать. Proportional и tabular. У меня открыто, да, вижу. И чувак очень сильно хочет, чтобы все использовали tabular, потому что это реально для табличек. Их вот реально удобнее смотреть. Сразу примеры жизни. На сайте нашей поликлиники я периодически обновляю расписание. Мне из регистратуры звонят, говорят, Саша, поменяй на сайте расписание. Угу. У нас там опять не вышел доктор. И я в таблице там делаю в этот, в тег pre оборачиваю, pre-formatted, чтобы как раз все было это,
Tabular. Чтобы буковка под буковкой была, потому что иначе это такая вакханалия. Просто вот и без того противное говно становится просто отвратительным. Просто вообще масса дерьма. И что самое главное, мне это как-то напоминает, знаешь, что чеки. Вот в чеках вроде бы нет таблицы какой-то, но там есть вот такие лайны, которые подчеркивают определенные какие-то итого. И там тоже как будто такое tabular все. А ну там же... Печать, наверное, она как матричная. Uh-huh. А на матричных принтерах прям видно, что ячейками все. Да-да-да. Как, опять же, вот этот монитор-то наш, у них же два режима, помнишь, в институте нам рассказывали? Цветовой и текстовый. Так. И текстовый — это когда ты, например, DOS-задачи на полный экран разворачиваешь, там все на такие квадратики разделено. Uh-huh. И все эти квадратики, они, опять же, tabular. Ну, логично. Это все оттуда, и это, блин, это реально удобно, круто, и вот да. Не надо вот этой гильветикой Ноя, опять же, тонкой. Вот эти единички, которые 5 единиц в 1-0 влезет. Вот это говно, не надо. Согласен. Много сегодня ругаемся, но вот жизнь такая. Ну вот жизнь такая, сотый подкаст. Да. На этапе дизайна стоит убедиться, что используемые цифры вам подходят. Продукты Adobe включают панель OpenType, при помощи которой цифрам задается правильная настройка. Чтобы включить соответствующее свойство в CSS, нужно разобраться в слегка запутанном синтаксисе. Как бы то ни было, несколько запросов к Гуглу наставят вас на путь истины. В общем, то есть нужно следить за шрифтами очень сильно, потому что бывает такое говно можно наворотить, опять же ругаемся, в таблицах, что просто до свидос. Помните о выравнивании, следующий пункт, важный. Следуйте за 3,5 правилами, вот за 3,12 правила. Первое правило. Числовые данные выравниваются по правой стороне. Ну, слушай, тут, конечно, я бы не сказал, кому как нравится, но мне и нравится с правой стороны делать числовые данные в таблице. Мне это Excel напоминает, и как-то мне спокойно от этого. Да. Оно нативно, опять же, Excel-то мы все с пеленок пользуемся. Да, поэтому... ну, и это сейчас мы говорим о тех, вот, о контенте, так скажем, таблице. То есть мы не говорим о заголовках, хотя, наверное, и заголовки... Правило, классическое правило, заголовки в... А вот, собственно, вот оно, номер 3. Я-то эту статью читал, да, помню. Да. Текстовые данные выравниваются по левой стороне, это номер 2. И вот третье. Да. Третье. Заголовки выравниваются так же, как и их данные. То есть понятно, что если вы выровняете всю таблицу контент по правой стороне, а заголовки по левой, это вообще будет бред. Нет, чаще всего делают вот это все влево-вправо, тексты, цифры, а заголовки по центру. По центру, да. И все равно это тупняк. Нет, нужно, чтобы у вас глаз рисовал вот эти столбики мысленно и продолжал. Это круто. Да, ну и 3,5 правила, не используйте выравнивание по центру вообще. Вот, смотри, я читал, мне настолько на подкорке, я просто для наших уважаемых зрителей, слушателей скажу, что я уже настолько устал, что я чуть-чуть на телефончик отвлекаюсь. У нас уже 23 лайка в Инстаграме на нашу фоточку с тортиком. То, что сотый подкаст. Да. И я вот слушаю просто Никиту, не сильно слежу за текстом. И на подкорке отложилось. Прям вот следуйте этим правилам, будете такими же, как мы. Крутыми. Да. Нет. Вот. Значит, идем дальше. Согласующиеся значащие цифры равно хорошее выравнивание. И тут вообще чувак говорит, что очень классно, когда минимальное количество значащих цифр. А я поясню, что такое значащая цифра, как я это понял, вроде как. Но есть такая тема, как округление, да? Есть такая тема, сколько-то знаков после запятой, значащих. Вот чем их меньше, а желательно, чтобы у вас... Понятно, что не нужно какие-то данные, когда вам говорят, так, оставь 3 знака после запятой, а ты оставляешь вообще ни хрена. Это плохо, нет. Понятно, что нужно выполнять требования заказчика, но чем меньше, если можно сократить до 1 знака, там, или вообще без знака после запятой, сокращайте, и будет красивее. Или красивее. Красивее. Вот. Лаконичные и понятные подписи. Естественно, все подписи, которые есть... должны быть такие коротенькие. Не надо лепить там в 3 строчки, как это любят делать. Полностью, знаешь, пояснение написать. Не надо, потому что это все раздвигает ячейки, как ноги вашей женщины, опять же. И таблице становится слишком приятно от этого. Она плывет, значит, и плывет... Слишком доступной. Слишком доступно, да. Так не нужно. Заглавие. Ну, заглавие, само собой. Его желательно выделять. Единица измерения. Самая частая подпись, используемая в таблицах, единица измерения данных. Ну, мы понимаем, там метры, сантиметры, у кого что, у кого миллиметры, возможно. У кого-то просто штуки. Обычно ее повторяют в каждой отдельной ячейке таблицы. Чтобы избежать повторения, достаточно включить подпись в первую строчку. Я это люблю, да. Проценты, знаешь, чтобы проценты не повторять, потому что они очень ребят в глазах сильно, вот проценты.
Их лучше написать в первой строчке. Наверное, через запятую, да? Заголовки через запятую написал, и классно. Вот, как можно меньше чернил. Да, понятно, что если вы начнете издеваться и зажирнять какие-то строчки реально, или какие-то отдельные значения, это просто превращается в такой, такой ковер. Причем ковер советский, не то что хороший, хай-течный. Не персидский? Не персидский. Не от... как же там звали этого чувака? Не от Алзана Оная, а все-таки вот, да. Нет, нет, от швейной фабрики и большевичка. Знаешь, как это? У чуваков, которые заправляют принтеры, когда начинают мазать вот так прям жирной строкой, называется прям жир. Несмотря на то, что это тонер, это как бы оксид железа в основном, там, плюс примеси, вот жир. Вот жир, у вас много жира становится на странице, если вы будете жирнить. Простите за тавтологию. Линейки, следующий пункт. Если вы правильно выровняли данные в таблице, как там вот ранее мы говорили, в использовании линеек нет смысла. Главное преимущество линеек – возможность сократить расстояние между элементами, в то же время отделяя их друг от друга. То есть вы понимаете, если у вас все хорошо выровнено и достаточно места между элементами, между столбцами, между строками, то нет смысла их разделять линиями, потому что и так мозг дорисует. Но если вам надо все это вот так сгруппировать очень сильно, я не побоюсь этого слова «слепить», то разделяйте это линиями просто. Будет мясо тупое, но вдруг вам надо. Ну да, потому что вот разделение на полосы иногда прикольно по ховеру, например, по наведению, то бишь. Но вот в статическом варианте, когда это вы распечатываете или просто показываете, видимо, плохой тон. Да. Хотя часто используется, часто. Пишите, ставьте лайк, если используете разделение на полосы по зебре. Ну и фоны, фона. Практически последний у нас пункт. Фоны наиболее хороши для подсветки различных областей данных. Например, переходов от частных значений к суммам или средним значениям. Да, это круто, чтобы просто итого, сумму подчеркнуть, выделить фоном определенно. Потому что это сразу как бы оттеняет от остальных данных итог, и ты просто смотришь или на итог, или смотришь на данные, чтобы у тебя глаз не путался, избивался. Многие элементы можно выделить без использования фона. Подсветку значений, дополнительный контекст данным, изменения в значениях по сравнению с прошлыми периодами. Воспользуйтесь графическими элементами. Нам предлагают практически кресты ставить. Один из моих любимых, он здесь еще шутит. Вот, ну и всякие снежинки. Короче, заключение. Таблицы могут быть скучны, но они являются одним из главных элементов в информационно насыщенных документах. Поэтому дизайнеры не должны относиться к ним пренебрежительно. Эффективные, прозрачные, читабельные таблицы значительно облегчат тяжелый процесс восприятия большого количества данных. Вот так вот. Ну, это вот, так скажем, немножечко неразработческая тема у нас тут затесалась в разработку. Ну, такая, да, дизайнерская. Полудизайнерская, но, тем не менее, как-то вот почему-то она здесь оказалась. И так тому и быть. Дальше у нас научпопа. Научпопа. С разработочки в научпоп. Сегодня без светсок. Да, и хотя без WordPress'а, понимаешь? Да, хотя их достаточно будет в теме слушателей, поэтому чем мы паримся. Хотя вот это и светский тоже. Короче, получайте, опять же. Фитнес-фейкер у меня написано. Как заглавие. Ну, я вроде так придумал. Ну, отлично, отлично. Короче... А тебе что-то не нравится, ты? Короче, суть какая? Суть такая, что, оказывается, все, кто выеживаются фитнес-трекерами своими и смарт-часами, они... не до конца точно могут определять свой пульс. Потому что некий американский, не английский, подчеркиваю, американский ученый недавно взяли, короче, просто охрененный аппарат, чуть ли не там ЭКГ, а по-моему ЭКГ и взяли. То есть, ну, точный аппарат медицинский. Хороший, да, точный аппарат именно медицинского назначения. И, значит, провели тестик. Взяли несколько различных трекеров, такие как Fitbit Charge HR, Apple Watch, Mia Alpha и Basis Peak. Я так понимаю, все, что кроме Apple Watch, оно известно другим людям, каким-то спортивным людям, потому что я это больше ничего не знаю, кроме Apple Watch. Ничего. Не, я Fitbit знаю. Это прям одно из популярных. Ну, видимо, да, видимо, это популярное. Именно фитнес-задроты, они Fitbit любят. Поправьте меня в комментариях, может быть, фитнес-задроты любят Xiaomi. Я, ну просто, вдруг. Для этого они пригласили 50 здоровых добровольцев. Здоровых, подчеркиваю. Потом они, возможно, вышли нездоровыми, я не знаю. Средний возраст 37 лет. С нормальной массой тела измерили у них пульс с помощью этих устройств в покое при физических нагрузках разной активности. Ходьба и т.д. и т.п. Период восстановления, то есть когда они отдыхали после нагрузки. И параллельно частоту сердечных сокращений регистрировали с помощью ЭКГ и нагрудного
электродного монитора Polar H7. Это какая-то реклама уже пошла. Polaris. Да-да-да. Данные измерения охватили частоту пульса от 40 до 200. Прикинь, у кого-то 49. А прикинь, кого-то 200. Ладно, 49. Ты когда спишь, у тебя примерно так и есть. А 200, это я не знаю, в какие моменты снимали. Я хочу возможно, подчеркнуть. В момент половых сношений. Да, добровольцев. Я хочу подчеркнуть их здоровых добровольцев 50. Хрен его знает. 200. Да, не, ну при беге, конечно. Напишите, если у вас, когда мы опубликуем свой подкаст, у вас сразу начинается 200 биений, 200 в секунду. Да, потому что нам польстит. Да. Выяснилось, что Basis Peak, оказывается, завышает показатели пульса при умеренных нагрузках. То есть, когда чувак вот ну, что-то делает немного все-таки, он реально завышает basis peak. Fitbit Charge HR, напротив, занижал значение при интенсивных нагрузках. В целом, 95% значений пульса, измеренных с помощью Apple Watch и Mio Alpha, находились в пределах от минус 27 до 29 в минуту. По сравнению с данными КГ. Короче, отклонялось сильно все. В разные какой-то стороны. Какой-то свидос. Я не думал, что настолько. Я когда нам тему эту предложили, я думал, ну там сейчас будет, короче, на два удара смещение да. И это. Да, ну я дальше просто вы видите, что и basis peak там очень сильно отклоняется. Прям реально, прям разница. Даже не то, что все в плюс или все в минус, а в разные стороны отклоняется. Точнее всего, эти устройства работали, внимание, в состоянии покоя. То есть вообще, нахрен, ты надел хрень, сидишь спокойненько, и тогда у тебя точно показывают. Нет, но я могу объяснить тебе. Давай. Вот лично для меня, если бы я использовал нечто подобное, самое интересное это вот эта функция с фазами сна. То есть там же ты он, он по пульсу определяет, да, типа где ты глубоко спишь, где ты не глубоко спишь. И тут-то ты в состоянии покоя. И тут-то, видимо, довольно-таки четко. Но с одной стороны, это да, это интересная тема. Но меня чуваки вот сон мой интересует. Не, а чуваков, которые с фитбитом, я уверен, им интересно, как они бегают, прыгают. Ну, да, да, наверное. Вот. И, кстати, пишут, что индекс масса, тело и пол, возраст, вообще все вот эти характеристики подозреваемых, испытуемых, добровольцев, да, не влияли никак. Я вот помню, что Apple Watch меряют зеленым светом таким. Они пробивают зеленым светом кожу, и как он отражается, с какой там latency, или там даже не с latency, а именно кровь затемняет, если она пульсирует, она больше затемняет, то так возвращается. И я так думаю, степень волосатости рук, например, может как-то влиять. Может. Ну, кроме вот индекса массы тела, пол, возраст, вот такие, так скажем, фенотипические изменения могут влиять. Напишите в комментариях, если у вас влияет волосатость рук. Да. Короче, в общем, вывод такой. Не растекаясь вот этим всем дерьмом по дерьму, много ругаемся сегодня, фитбитом по Apple Watch'ам, ученые-то говорят, что неточные измерения дают всякие фитбиты. Игрушки это все-таки, короче говоря. Зачитываю. Они могут лишь... Я пока зачитывал, я перемотал, у меня фитбиты сработали. Они могут лишь примерно сориентировать человека, занимающегося физическими упражнениями, но не подходят для кардиологических пациентов. Поскольку могут дать им и их лечащим врачам ложную информацию. Ты прикинь, ложную информацию. То есть health и вот это вся за... Да. Замочная скважина. Заморочка. Заморочка. Тима Кука с обамкой. Обезьянкой. Да, и вся их программа, она по ходу дела и выведенного яйца не стоит. Да. Даже яйца Тима Кука она не стоит, не то что выведенного. Суть-то какая? Суть-то в том, что прикинь, реально, чувак такой больной полагается на эту хрень. Фу-фу-фу. И может вдруг что-нибудь случится с ним? Она ему на 29 занижает. И у него вместо его 300 270. Да, ну, в общем, это страшно. Страшно выглядит. Но вроде как пока еще никто не жаловался сильно. Но тем не менее, знаете, что если вы типа понтуетесь, что у вас все круто, и у меня фитбит или basis peak, то у вас все говно. Да, на самом много деле... ругаемся сегодня. Да. Так, сотый подкаст. Короче, идем дальше. Давайте, давайте, идем дальше. Новая заря гигантов. Последняя тема из научпопа, и переходим к вашим темам, и там классно пойдет вообще. Новая заря гигантов. Ты подхватишь, я надеюсь, как знаешь, как песню. Я первый куплет запою, а ты там после... Давай, как бабки на свадьбе, я понял. Филипп Терехов, он же синяя кошка. Ой, Филипп Терехов! Ну, давай. Да, короче, Филипп Терехов, он же синяя кошечка такая. На Гиктаймсе. Они тоже там сменили логотип, зажирнили что-то, не знаю. Новая заря гигантов. Статья про то, что на самом деле когда-то давно, хотя не так давно, как появился кодек, но лет 20-30 назад, у таких громадных
сверхдержав, как СССР, если вы помните еще такое, и США, если вы тоже знаете. У них были охрененные две ракеты, как два стула. На одной коммунисты точеные, на другом американцы. Капиталисты. Капиталисты всегда. И суть какая? Раньше-то какая гоночка была? Тут вообще зачин в чем? Вообще, а как там поживают космические гиганты, такие огромные-огромные ракетоносители сверхтяжелые? То есть понятно, что есть всякие Falcon 9 там, и т.п., но вот именно сверхтяжелые ракетоносители, которые дохренища тонн могут поднять на околоземную орбиту. А в чем смысл, по-твоему, такие? Чтобы подальше улететь. Конечно, свалить. Забыли мы, что мы хотели-то раньше на Луну. На Марс, на Луну, да, и далее. Да, да. Сконцентрировались на вот этих спутниках бездушных, которые уже вся Земля ими облеплена, как говном. Ругаемся сегодня много. Да, и реально, раньше была цель полететь на Луну, поэтому вот была вот эта вот гонка ракетостроения. Сверхтяжелая гонка. Да, если вот ты покажешь нашим зрителям, здесь есть две ракеты, США-шная и СССР-шная, и Сатурн, вот это, Сатурн V, он же Сатурн 5. Сатурн 5. Да, Saturn V. И слева она, кстати. Слева. И H1, она же N1. То есть СССРная. Слушай, они похожи на какие-то шприцы новомодные. Или на капиллярную ручку, кому еще. Что за капиллярная ручка? Ну, знаешь же, есть такие ручки, которые прям вот... У них на конце, короче, такая хрень, как шарик, только капилляр. Она прям тоненько-тоненько пишет. Вот есть. А, ну линеры, которые. Ну, короче, знаю. Ты у понял, меня, ты собственно, понял. Три таких. Вот, вот. Там да. Гель внутри. И с диаметром больше 10 метров. И стартовой массой под 3000 тонн. Ну, да, да, 10 метров в основании, естественно. Эти ракеты были огромные. Короче, здоровые. Настолько, что сейчас даже находятся люди, сомневающиеся в их реальном существовании. Да, есть такие конспирологические, да, темы, что на самом деле сверхтяжелых ракет не было, никто не летал на Луну и вообще, да. Ну вот, и да, в США сумели разработать кислородно-водородный двигатель. Тут, в общем, немножко рассказывается про то, что... Вообще, вот эта Сатурн 5, она вроде как делилась чуть ли на 3 ступени, по-моему. А наша тема, N1, она делилась чуть ли не на 5 ступеней, без прикола. Ну, это уже конструкторские детали, на самом деле. Хотя вот у тех ракет, которые разрабатываются теперича, у них вот эти ступени — это модификации. То есть модификация, которая не со всеми тремя ступенями. И она-то нужна для того, чтобы все-таки на околоземную орбиту что-то выводить. Угу. А прям полная комплектация, как Гелендваген 12-цилиндровый, она вот только на Луну. Да, где 650 кобыл. Ну там, я не буду рассказывать про то, что там, они там, США разработали какой-то супердвижок, они там суперэкономили. Ну конечно, да, то есть просто нагнулось это все медным органом. Вот здесь, да, продолжение про нагибание органом. Программу сверхтяжелой ракеты N1 закрыли в 1974 году, после 4 неудачных пусков. Кроме технических проблем, ракету убила и политика. И там, как обычно, чувака, главного конструктора, ему все не нравилось, потому что он не мог хорошо относиться к ракете. Двигатели, для которой он отказался делать 10 годами ранее, СП Королёв был вынужден обратиться к Николаю Кузнецову. Короче, он там когда-то отказался их делать, а потом ему заставили. А потом он, нет, потом он по мужикам уже из-за того, что отказался, он не мог с ними работать. Не мог, да, не мог работать реально. Слушай, да фу, да эта машина говно, да. Вольво. А потом тебе дают Вольво бесплатно, ты не можешь взять, блин, ты же сказал мужикам, что это говно. Не поймут. Да, а после... Короче, я забыл, США тоже загнулись, и они загнулись... У них экономически просто. Них когда шаттлы кризис. Замаячили, они решили, что сверхтяжелые ракеты — это говно. Угу. Много ругаемся. А потом, правда, уже и шаттлы загнулись, и вообще. И сейчас они вот ну, заново. Вот, да, здесь в продолжении истории, собственно, они сделали вот этот вот Антарес, видимо, тоже огромную ракету. Их там чуть ли не несколько моделей было, вот этого Антареса. Ты можешь даже проскроллить до картиночки с Антаресами. Я вот что-то уже, видимо... А, вот дошел. Арес. Да, слушай, да, вот Аресы, да, были. Но это уже к чему у нас все перед вело? Аресами мифологические советские шаттлы выглядят... Энергия назывались. Угу. Многоразовый корабль «Буран». Но это уже, знаешь что, это уже не прикольно было на Луну. Это уже начали, короче, да, думать про Да, это уже Марс. Именно челноки... Нет, это еще были просто челноки. Это здесь нам просто, так сказать...
сказали, что у нас была альтернатива своя шаттлам, но их сделали всего два, и союз развалился, они стали собственностью Казахстана, а потом случайно, под обломками ангара это все просто упало, и все, авария там какая-то была. Я, кстати, заметил, что, по-моему, в Казахстане там сильно как-то с аэрокосмической темой, да? Потому что там Байконур, да, понимаешь, да. Но это не их заслуга уже, знаешь, сейчас вот эти расовые начать. Ну, это да, то есть тут вопрос такой. Тем не менее, идем дальше, значит. В общем, зомби не будет в том смысле, что оживить Сатурн 5 или энергию невозможно. Мы уже, кстати, говорили в нашем подкасте, почему нельзя вернуться к производству старых ракет. Потому что уже ни материалов таких нет. Ни тех процессов уже совсем другие. То есть взять просто старые чертежи и заново сделать нельзя, потому что уже даже там обработка алюминия и стали другая, и уже таких сплавов не найти. Ну да, это... А для новых сплавов новые расчеты, поэтому можно только подтереть задницу этими старыми планами. Но это даже как бы главная вот эта подтемка, то есть завершающий такой подвывод ко всему к этому, то что, кроме-то этого, и люди, которые разрабатывали это все, что начертили, придумали, они уже все либо суперстарые, либо умерли. Ну, и это тоже, да. И как бы в этом разбираться проще новую сделать. Я когда в 2015 году из отпуска возвращался, я в самолете читал новый номер «В мире науки», на тот момент августовский, кажется, может быть, сентябрьский. Там как раз рассказывали про вот эту вот программу новую американскую, которую открыли в 2010-м. Система космических запусков, SLS, Space Launch System. Так. И ее-то прям сильно критикуют, что просто сверхтяжелые ракеты — это тупиковая ветвь развития космотехники. Ну, это критики так говорят. И это так дорого, что вот просто это вот вваливание в пустую бабла. И проблема в том, что каждую ракету так долго строить, что пуски будут там условно в 20-м, а следующий только в 24-м. И за долгое вот это время между пусками уже так все меняется, что надо их тестить одну за одной. А одну за одну, за одной, ну просто физически не хватает ни бабла, ни ресурсов, ни хрена. Поэтому вот некие с этим проблемы есть у критиков. Ну не у критиков, ну типа надо, вот сверхтяжелые ракеты — это круто и так далее. Тут сразу есть конспирология, что вот был Арес, и потом ее перезапустили как SLS. Сначала закрасили оранжевую в белый, чтобы не узнали. А сейчас уже опять неприкрыто в оранжевый красят, как бы и похрену. Здесь видно наследие шаттлов, здесь на картинке видно для наших зрителей. Слушатели, просто представьте, что есть вот хот-дог, главная сосиска оранжевая, вокруг нее две белых. Вот так же, как у шаттла, у носителя тоже две белых сосиски вокруг оранжевой. Ты, кстати, сразу проскроль, вот тут будет, короче, картиночка Blue Origin. И тут вообще дохрена этих ракет. Да, это здесь говорят о том, что даже частная космотехника уже уходит в сверхтяжелые ракеты. Причем они все похожи на свечи, которые в задницу вставляют. Не только в задницу, я тебе скажу. Много ругаемся. Да. Даже SpaceX делают версию Falcon Heavy. Блин. Основанную на Falcon... не Falcon, а Falcon, извините. И у них, конечно, это будет не так дорого, потому что она основана на Falcon 9, и большинство комплектухи она будет взаимозаменяема. Ну и разработка вся, там до хрена дело взято. Ну, понятно, да. Здесь много всяких подробностей по поводу тоннажа, так скажем. Ой, я там дальше скроллю, и там хорошо. Там же вообще все на иероглифах. Там вот если ты чуть-чуть... Нет, а там говорят о том, что китайцы тоже делают сверхтяжелые ракеты, проект. Это страшно выглядит, если честно. Я вот на это смотрю, и мне такое чувство, что эта ракета будет не в воздух лететь, а куда-то воздух-земля. Не дай бог, но возможно и такое, сверхтяжелый, бу-бум, вот, да. И все, родные пенаты, мы тоже делаем, чтоб ты понимал. Ну мы-то да, мы-то делаем, но причем здесь классная такая фоточка, как будто из учебника по физике. Ну, возможно, у них планы на хорошей бумаге печатаются, как учебники по физике. Да. Я позволю себе зачитать. Последние 25 лет жизни «Зенита» отравляли, политические проблемы. И она, скорее всего, закончена. Но ракеты похожей размерности сейчас под названием «Феникс» и «Сункар» выглядят весьма интересно. Ну, то есть, у нас тоже делают сверхтяжелые ракеты. Правда, когда даже, так скажем, наши патриоты, такие как Филипп Терехов, на наших блогах пишут, что еще ничего не факт, значит, прям вот совсем такие не факт. Такие, как Алексей Навальный? Нет. Такие патриоты? Нет, как Филипп Терехов. Я думаю, что он... Так или иначе, это автор статьи. Так, поясню, синий Катулька. Я понял. Я думаю, что он все-таки за нас топит.
Да, он-то понятно. Он всегда и пишет все. Вот, да. И даже он настроен не сильно оптимистично. Значит, что, скорее всего, прям вот нам подождать придется. Значит, Алексей Навальный бы вообще написал, что все дерьмо. Что прям нет у нас космической программы вообще. Да, ну так и есть. Так вот, короче, суть какая? Вывод. Вывод. Скажет, если появится сверхтяжелая ракета, мы сможем запускать на ГСО, это геостационарная орбита, если мне не изменяет память, она чуть дальше обычных околоземных орбит. Так. И на ней еще свободно, как 5-герцовый диапазон Wi-Fi, еще пока мало роутеров, и на ней еще можно дыхнуть. Да. Потому что на обычных околоземных орбитах уже не дыхнуть. Даже не пернуть. Да, не дыхнуть, не пернуть. А на ГСО еще прям можно нормально так выдать. Но сверхтяжелые ракеты летали и раньше. За свою бывало довольно долгую жизнь. Почему-то ни одна из них не дожила до контракта на такой спутник. Ну, короче, это именно дорогие спутники. Угу. И самая главная загвоздка, что сверхтяжелые ракеты очень сложно монетизировать. Ими нельзя ходить челноками туда-сюда. И это все будут только стратегические проекты какие-то, которые финансируют НАСА и так далее. Но частным компаниям надеяться только на контракты с НАСА сложно, им нужно монетизироваться. Угу. Поэтому вот тут прям противоречие небольшое. Непонятно, смогут ли они все-таки прокачать это направление и хоть сколько его на окупаемость чуть-чуть вывести для того, чтобы хотя бы над ним разработки продолжить. Потому что, понимаешь, тут нельзя взять, вложить свои бабки, а потом, ну, вдруг оправдаются, не оправдаются. Слишком большие уже эти бабки. Согласен. Ну, и Филиппу Терехову кажется, что здесь будет медленное, а не скачкообразное развитие. Это значит, что сверхтяжелая ракета должна быть универсальной, иметь возможность и зарабатывать деньги в более легкой версии. Я думаю, и основываясь, не то что я прям вот лежал и думал на эту тему, а основываясь на тексте статьи, у SpaceX ближе всего было бы, если бы Falcon 9 не начал сбоить. Угу. Потому что у них вот эта вот преемственность компонентов и того, что у них там половина комплектухи похожие, это прям им бы помогло одну, грубо говоря, сборочную линию сделать, и в случае чего хоп, сверхтяжелую отгрузить, хоп, легкие, легкие, легкие. Сердце, почки. Да, они там делают вещи, на самом деле, сильные. Ну, да, будем посмотреть. Мы про Маска тоже уже много говорили, настоящий, а не настоящий. Угу. Про Маску Маска. Да, блин, круто. Блин. Короче, юбилейные темки. Без прикольчиков. Вы попали, пацаны, вы попали в юбилейный выпуск, юбилейные темки. Мы вас отобрали, поздравляю вас. Предлагайте ещё, пишите ещё. Golden Lights пишет. Jazz Foundation. Просто вот коротенькую такую, с хабра опять же. Linux Foundation запустил перезагрузку JavaScript сообщества. И реально, Linux Foundation, а есть такая организация. Это организация, где крутятся бабки. Хотя, казалось бы, Linux и бабки — это вещи, которые идут врознь. В двух плоскостях. Вот Linux на околоземной орбите, а бабки все-таки на геостационарной. Да. Потому что, ну вот, да. Да. Но, тем не менее, они поддерживают проект JS-сообщества. Новая организация JS Foundation, в скобочках бывший jQuery Foundation, станет площадкой для сотрудничества и развития открытых проектов, связанных с использованием языка JavaScript. То есть это будет такой клуб по интересам, куда можно приходить бухать. Ну, да. Причем за бабки пожертвовальщиков. Конечно, конечно. Целью проекта также является продвижение высококачественных, я подчеркиваю, стандартов разработки как серверных, так и клиентских JS-проектов. Ну, все будет опираться, естественно, на стандарты. Смотри, ты можешь прям сказать, какие кураторы нас ждут. В числе кураторов, оказывающих поддержку JS Foundation, вошли компании IBM, Samsung, Bocope, Ripple, Source Labs, Sense Technic Systems и какие-то еще остальные непонятные нам, а также Вестминстерский университет, практически Вестминстерское аббатство. Прям сама Елизавета II забашляла чуть-чуть. Она может быть JavaScript-разработчик просто. Скрытый. Хрен его знает. Вот. Мне больше всего нравится тестовый инструмент моча в этом во всем. Я просто вижу, смотрю на нее прямо, она посреди. Хайлайты. Если мне не изменяет память, она для юнит-тестинга. Поправьте меня в комментариях. Я практически пальцем в пальцем. Пальцем в жопу. Короче, все, я дальше распространяться не хочу. Для джаваскриптеров сделали уголок, сделают. И будут туда бабки вливать. Круто. Знаешь, что мне не нравится? Ну-ка. Что, скорее всего, Linux Foundation до этого объединил IO, JS и Node.js, а IO это fork был Node.js, и у них теперь общий Node.js Foundation. Скорее всего, они теперь будут сливать JS Foundation и Node.js Foundation. Uh-huh. А это значит, что JavaScript уже никогда не будет прежним, хотя он и так уже не будет прежним. JavaScript поэтому не торт? Уже да, переходим дальше. iCar
у нас называется тема. И Нейрон Инсомниус, наш любимый подписчик. Один из. Да, давай как, не будем как никого гареме, выделять. Как в гареме. Как да, в гареме. Да, да. Apple не будет разрабатывать автомобиль. Ли Ко теперь всем заправляет. И там реально статья про то, что, короче, Apple, которые так грозились, или скорее это были слухи, потому что сам вот Тим Кук не сказал, что, чуваки, мы вам тачку предоставим. Ну, возможно, хотел все равно. Но что-то вот немножко, да, действительно, хотел. Потому что бабки-то нормальные были бы, но, видимо, что-то не пошло. Немножко подзакрыли, потому что я вам сейчас просто хочу зачитать, и вы поржете. Амбициозный проект Титан, похоже, близок к неожиданному завершению. А Титан — это вот тот самый проект, который тачки делает. Mm-hmm. Автомобиль с электрической силовой установкой и системой автономного управления собирались выпускать на заводе Magnastair, видимо, ну да, в австрийском Граце. Где сегодня... Тогда Штайер. Да, Штайер, действительно. Где сегодня производят легендарные внедорожники, внимание, Гелендваген. Ура, опять про них. А также различные электромоторы, аккумуляторы, агрегаторы, механизмы, детали для других автомобильных марок. Короче, ранее специально для работы над iCar компания наняла более сотни автомобильных инженеров. Мне интересно, они их теперь уволят, распустят или куда? Или они их... Я знаю, куда они их. Они их, видимо, в дизайн новой оси поставят, чтобы чуваки, которые тачки делали, сделают нормальную ось. Ну да, наконец-то у нас будет 650 кобыл в оси. Под капотом же. Телефона. Да, да, да. Ну вот, пацаны, кто хотел, а я наверняка кто-нибудь хайпил машины от Apple, как-то все подзагнулось. Блин, хотя все так здорово было прям в Германии, ну в Австрии хорошо. Хотя, наверное, это все еще у них там одно и то же. Всем Меркель управляет ночью. Да. Че в черном, когда одевается в форму, в фуражку. Нашумевшая тема про Кремль и GPS. Чтоб ты понимал, они хотят уйти... на разработку систем автономного вождения. Короче, они хотят ПО писать для всех машин, ну, и продавать, да, ПО другим вендорам. Потому что, видимо, свое производство тянуть — это прям вообще не хрен собачий. Это прям вот вообще сложно. Ну, это логично. Это очень логично. Это, слушай, кто же тоже недавно ушел в ПО? Типа каких-то типа Nokia. Да, ну типа Sony или кого-то там. Кто-то сказал, что... Реально свернули производство телефонов и перешли только в ПО. И мы даже ржали BlackBerry, по-моему, чуть ли не... Ну, я не помню, не помню. Но BlackBerry — это смешно, у них ПО, конечно, лучше. Да, вот именно. У них такое ПО, которое еще меньше, чем телефоны, их нужны всем. Так вот, продолжаем. От того же автора комментариев. Статья с ROM.ru. Как загадочный передатчик сбивает GPS вблизи Кремля. Короче, я это видел на 100 тысяч сайтов, ресурсов типа дежурного. Я тоже, да. Собственно, сам Бобук написал статью у себя на блоге, по-моему. Где-то там. Он сначала сильно понтовался в Твиттере, что он это записал, в общем, где-то там на блоге, потом записал еще где-то. Чуть ли не на Яндекс.Блоге, по-моему. Да. Ну, не помню, не важно. В общем, Григорий Бакунов, все его знают, Бобук, известный чувак в нашей индустрии. Он, короче, просто озадачился, какого хрена реально плохо работает GPS вокруг Кремля. Все это начали замечать, то есть люди реально замечали. Я просто скажу, что я тоже это замечал, даже не около Кремля находясь, а даже просто я шел, короче, рядом с Третьяковкой, я помню. Хотел просто посмотреть, куда идти, и меня дубльгиз направлял постоянно на аэропорт Внуково. По-моему, на Внуково, я не помню. Внуково. Ну, по крайней мере, в новости так сказано. Ну, я уж не знаю, да, куда тебя по-моему, направлял. По-моему, тоже, да, по-моему, тоже. Но должен был туда. И, короче, вот Бобук начал рыть. Рогом. И он что думает? Он не может, конечно, туда заглянуть, у него доступа нет, в Кремль зайти. Но тем не менее, он думает, что там есть какая-то хренотень, возможно, стоит, а возможно, даже ездит. Он еще пока не знает. Которая имитирует работу GPS и ГЛОНАСС спутника на частотах L1 и шумит на частотах L2 и L5. Частота L1 — это гражданский диапазон для GPS. Именно он и используется в большинстве бытовых устройств для точной геолокации. Таких как бритва Браун, например, бытовые устройства, знаешь, она у тебя GPS-ку раз... Ну, подробности... LG Z, машинка стиральная, все вот эти. Да, подробности о GPS читайте в Википедии, мне нравится, как он это пишет, просто типа, почитайте, сходите. Тут он даже небольшую такую карту нарисовал, где что как блочится, где сильно блочится, по каким этим. И я просто, опять же, не вдаваясь в подробности, сделано это... Вот, у него есть две причины, почему это сделано. Конечно же, он основную причину не знает точно. Но тем не менее, он думает, что это или из-за дронов, которые могут пролетать над Кремлем и что-нибудь там выпаливать.
и все блочит нахрен. Представляешь, что дрон у тебя пошлет во Внуково? Ты такой играешься, играешься во Внуково. Улетел твой дрон. Нет, понимаешь, в чем дело? Во Внуково запрещено лететь. И они таким образом сливают дроны. Ну да. Появился дрон во Внуково, все, оштрафован, там, забран, завернули. И дрон такой мордой в капот, не хочу на кичи чалиться, тебе говорит. Да-да-да. И все. И видишь, написано, он говорит, не понимаю, почему бороться именно вот таким способом, вместо того, чтобы там закон вести, просто что вот в Кремле тоже нельзя. Ну и вторая теория — использование дефолтных значений. Готовые аппаратно-программные комплексы для спуфинга GPS. Спуфинг. Требует указать координаты. Спуффиндуй. Требует указать координаты, чтобы отображать их вместо реальных данных. Эти координаты можно ввести напрямую или выбрать из списка предложенных производителем устройств. Так сложилось, что в этих списках для России значатся только центры крупных городов и аэропорты. Как вы понимаете, Внуково — первый по алфавиту аэропорт в районе Москвы. И в эту версию я тоже верю, конечно. Ну, то есть, как обычно, ищите либо заговор, либо халатность, но в основном халатность. Да, да, да. Следующая тема. Массовый DDoS на инфраструктуру DNS-драйвера din.com привел к недоступности сайтов Twitter, GitHub, Heroku и прочих. Опять же, Neuron Insomnius. Прям не устает нам. Не устает. И слушай, я вот не знал, что какой-то провайдер din.com — это такие охрененные чуваки. Ты прикинь, у них реально известные организации типа GitHub, Twitter, eBay, New York Times, Etsy, SoundCloud, Spotify, Heroku, Shopify, PayPal и множество других хостятся. Вот у них Smart API. Ну, понимаешь, это не хостинг. Это именно они там получают эти... эти имена. А имена, IP-шники к именам. Да, таких же DNS этих корневых 13 серверов. Угу. Видимо, din.com держит один из них. Ну вот. Дин, как-то вот слово din.com, честно говоря, китайцам немножко попахивает. Ну ладно, как попахает. Ну, представляешь, din через i — это уже динары. И это уже вообще тоже вообще не другие тема, да. Согласно заявлениям компании din, атака на DNS-инфраструктуру началась 21 октября. А мы заметили с тобой, что реально Twitter лежал. Без приколов. И, собственно, буквально несколько минут назад, публичный DNS Google не имели информации об IP-адресах github.com и, в общем, IP-адреса домена twitter.com, soundcloud.com. Вот, короче, серьезных пацанов обрушили. Но это, кстати, было недолго, поэтому не такая уж страшная вещь. Но, тем не менее, вот, и таких могут. Самое главное — это апдейт номер один. Тем временем события развиваются. Компания сообщает телеканалу CNBC, что до нее дошла третья волна атаки. Так. Знаешь, когда вот хочешь в туалет, терпишь, и вот после третьей волны уже вообще терпеть не можешь. Вот-вот. Они не вытерпели, видимо. Приходится компании сообщать на телеканал. Да. Любопытная деталь. По словам представителей компании, один из источников атаки — интернет вещей. Представляешь, с браслета в Xiaomi додосили din.com. Я думаю, оттуда и додосили, да. Конечно, что там их перепрошить-то? Понты. Да. Зашили новую супер-ультра-прошивку, которая пульс хорошо меряет. Хоп, Twitter упал. Хоп, GitHub, Heroku. Отлично. Все плюсы. Ну и такие две у нас легенькие темки, я просто уже вижу. Палыч нам предлагал посмотреть видос с отличным докладом с очередной конфы. И, как я понимаю, видос-то достаточно баянный. Я его вот смотрел лично год, наверное, назад, но когда вот, собственно, вышел. Да, видос называется 36. Да, с Академии Яндекса, и там вот этот чувак, Вадим Макишвили, он рассказывает о том, что вот когда ты старый, уже сложно развиваться. Когда тебе 36. Да, и сложно учить новые технологии, хочется уже как-то с семьей побыть и так далее, и вот что делать, типа. Ну и там много всяких мотивационных вещей, много всего интересного. Я прям даже не знаю, как это обсуждать. Я написал, что если у нас будет настроение, мы скажем пару слов. Несмотря на то, что у нас настроения нет, мы уже сказали пару слов. Но суть в том, мы просто часто это здесь обсуждали, что надо концентрироваться не на изучении технологий, а на решении проблем. Угу. Вот есть у вас какая-то задача, вы ее решаете теми средствами, именно средствами, потом договора подписываете, какие у вас есть. И все будет хорошо, у вас не пропадет никогда мотивация. Потому что просто гнаться за новыми технологиями ради гонки, вы никогда не перегоните молодежь за дроцкую, которая сидит и сутками это делает, за weekend учит Go. Корейцев не обгоните. Вот именно. В StarCraft'е. А вот тот факт, что у вас будут лучшие клиенты, для которых вы можете написать решение, пусть даже там и на PHP или на C, вот это ваше конкурентное преимущество выгодно очень так увеличит. Поэтому...
Не надо отчаиваться, надо просто, блин, жить, не оглядываясь ни на кого. И все будет в порядке. Я просто, знаешь, что еще хочу от себя добавить? Давай, вот отсебятину я подозреваю? Отсебятину немножко, да. Суть в том, что, короче, когда ты начинаешь говорить, что вот мне вообще 36 уже сложно, да? Это все равно небольшая поблажечка. То есть понятно, что когда тебе 36, тебе сложно не потому, что тебе 36, хотя, ну, иногда из-за этого, там, кости болят, память плохая, т.д. и т.п. Зубы режутся уже, наконец-то, там, молочные отпали. Суть в том, что у тебя там, ну, есть какие-то обязательства, семья, бла-бла-бла. Вот это да, это сложно, это, ну, накладывает какую-то сложность. Но твои 36... А по сравнению с чьими-нибудь там 26, они как бы, ну, примерно равны. Ты как бы, ну, ты не сдыхаешь, чувак, ты должен все равно что-то делать. Если ты начинаешь вот такие себе поблажки, ну, мне уже, знаешь, 40, я уже ничего не это самое. Ты как бы это, наоборот, если ты что-то сделаешь в 40, ты прикинь, как чуваки в 25, они такие, нихрена себе. Они, возможно, никогда это не сделают вообще, ну, то есть. И они в 25 это не могут сделать, а ты в 40 это сделал. Вот, поэтому лучше здесь скорее не говорить про возраст. А все-таки говорить, ну, каких-то других вещах. Да, с одной стороны, мотивация зарабатывать в 36 больше, чем раньше. Конечно, конечно. А вот мотивация изучать что-то просто ради изучения, она меньше. Угу. Поэтому надо просто самому для себя ответить, что уже мы вроде как серьезными вещами занимаемся, и просто программировать. Делать то, что вам нравится. Не заставлять себя там вот это... Да. Короче, старый пакистанец, последний комментарий, который мы сегодня возьмем из темок, которые вы предлагали, пишет: «Привет, пацаны, интересно личное ваше мнение. Вопрос такой, не пора ли уже начинать делать сайты под виртуальную реальность? Как это все будет выглядеть?» Ты говоришь, спасибо за вопрос, в эфире скажи пару слов. Пара слов, виртуальная реальность. Не пора. Ну блин, это просто сложный вопрос, потому что у нас была тема, по-моему, про виртуальную реальность, мы ее так проржали сильно, потому что это все не то, чтобы сейчас нереально, но там такие были советы дефолтные, беспонтовые. Мы с тобой еще говорили, что как бы виртуальная реальность так же не прошла, как... Как этот, Xbox Kinect. Вот, да, как вот всякая хреновина. И есть всегда шанс, что технология так и останется маргинальной, и тогда до сайтов дело точно не дойдет. Сначала порнуха, потом игры. Угу. А потом, если повезет, уже сайты про порнуху и про игры, естественно. Но технология пока с точки зрения интертеймента и всего остального, она не сильно еще пока состоялась. Просто нету еще такого засилия. Так скажем, нет рынка. Да, вот, да. Смотри, как ты прям обрамил все, что я сказал. То есть появится рынок, захреначим туда и веб. Да, и там уже будет очевидно, как это все будет выглядеть. Как... 3D-тур по Третьяковке, да, 360 мне кажется, градусов. Да, мне кажется, интерфейсы все равно там понадобятся какие-то, в любом случае. И верстка понадобится, и что-то надо будет. Но это посмотрим, пока... По мере поступления будем решать. Просто, видишь, веб, он не будет отличаться выгодно по отношению к какому-то играм или там фильмам. Угу. Для рендеринга нужно будет хорошее железо, угу, более или менее. А это уже сильно сужает, так скажем, рынок, несмотря на то, что он как бы и так узкий. Еще больше сужает. И там без дополнительных средств вообще никак. Напишите в комментариях, если у вас узкий рынок. Так, а я сейчас открою обойку. Это последняя наша заключительная тема сотого подкаста. Я тоже открыл. Давай попробуем мне понять. Мне, чтобы ее открыть, мне теперь надо, короче, ты бы знал, сколько скроллить в Телеграме. Просто охренеть. Я сейчас всех старых мужиков увидел каких-то тут с PHP-курсами. Сейчас, нет, подожди. Это... А, это раньше еще было старых, блин, мужиков? Это я прям вообще утром, это что ты ли, с утра, короче, бомбанул. Давай зайди в Shared Media и там посмотри. Я, к сожалению, зашел, и там... Там лучше я туда не заходил. Там... А, все, нашел. Давай, сосредоточимся. Ну, слушай... Мне такая философская достаточно. Достаточно философская. Знаешь, почему философская? Я поясню. Давай, я поясню. Давай, я все... Даже не то, что это просто фотка природы, да, там полей. Угу. Мне вот эти поля напоминают сад камней. В Японии, в Китае? Ну, наверное, в Японии. Вот еще так. У нас я есть боюсь, около боюсь. Краеведческого музея. И это же у них вообще целая там тема. Чуть ли не религия, опять же. Они же там смотрят, сидят, медитируют. Да, прям прийти и втыкать. Да, и там один камень, если ты смотришь под одним углом, всегда одного камня не видно или что-то такое. Опять же, поправьте меня. Но тем не менее, это такая философская хрень, медитативная очень. И вот у нас наш сотый подкаст, он так же, как вот эти поля, так же, как вот это спокойствие такое. Оно же такое же ровное. Ты посмотри, какие здесь борозды. И извилины.
Да, поэтому это вот, вот поле, это наш подкаст, точно. И ты на него смотришь, и у тебя прям внутри все облагораживается. Красиво сказал. Я вот думал, что все эти деревья — это наш 100 подкаст. Они все разные, разных цветов, разной высоты. Так. С разной корневой системой. Блин. По-разному по отношению к дороге. Здесь вот я дорогу вижу. Ну там он есть, я вижу, загибающийся. Это там, где вот по 2000 просмотров. Да, да, есть без листьев уже эти опавшие вот эти усохшие. Это анбоксинги. Это анбоксинг. Вот. Да, или это видео, на которых монетизацию нам запретили. Ой, тоже да. Такие есть парочка. Поэтому вот хочется, чтобы вот этот 100-й выпуск был самым красивым, самым таким долгим деревом, долголетний. Вот, знаешь, в Дрездене, в Пильнице, это пригородный этот замок, дворец, точнее, дворец-пригород, ну, как Петергоф примерно. Угу. Там есть дерево, то ли 500, то ли 600-летнее. Его даже на зиму накрывают, вокруг него сооружают такой стеклянный купол, чтобы... No. Чтобы температуры там не падали сильно. Wow. И вот хочется, чтобы это был один из тех подкастов, вокруг которого и купол не лень соорудить. Чтобы прям вот он... Такой раскидистый, роскошный. Да, да. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, пишите нам пожелания. Кидайте нам цветы, торты. Помидоры. Помидоры хотя бы. Хоть трусы мокрые. Все примем, да. Любые варианты. yourdesign.ru/donate. А я вам напомню, что на нас можно подписаться во всех социальных сетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google+, не пропустить наши уведомления, ставить лайки, делиться с друзьями. На Ютубе обязательно ставьте лайки, дизлайки. Смотрите описание к ролику, там все темы. Там все тайм-коды, многие об этом забывают. Там, в принципе, много полезной информации можете найти. В iTunes, если вы наш слушатель, мы про вас не забываем. Пишите отзывы, ставьте звездочки. Увидимся уже через неделю. С вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня, недели. Пока. Пока.